Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Spiritfall, во вторую серию прохождения этой игрушечки, с которой мы в прошлый раз познакомились, с некоторыми духами, в том числе, с небольшой затравочкой сюжета, сделали два благополучно всратых забега, собственно, да. Сегодня, ребят, у меня в планах надрать жопу с второму боссу, натянуть ему глаз на... победить, короче говоря, его. Мне писали еще, что у нас вот здесь, ребят, можно с духами взаимодействовать, и вот тут у нас, оказывается, основная прокачка, я так понимаю, и есть. У меня одна валюта какая-то имеется, какой-то вот осколок, судя по всему. В прошлой серии их, наверное, набирали. И тут можно прокачивать духов. Навыки духа Солиша. Так, а как мне? А, вот так вот, НРТ. Килумина. Шарбора какой-то древесный. Судя по всему, их у нас семеро. Но можно прокачивать только тех, которых мы встречали. Поскольку я не всех еще видел, то все недоступны, соответственно. Хотя, по-моему, Мешведа я встречал, мне казалось. Не уверен, если честно. Ладно. А кого мы хотим заапгрейдить здесь? Килумин у нас, например, наскок у него есть. Находясь на земле, вы совершаете быстрый рывок, а затем прыгаете вперед с повышенной скоростью. Этому, судя по всему, анлоком у них, скорее всего, даже не мета-прокачка, а мета-анлоки, наверное, это, да? Когда вы цепляетесь за стену, все доступные прыжки в воздухе сбрасываются. Хорошо. То есть это, получается, мы новые апгрейды будем находить. Или стоп, подожди. Вы начинаете новые забеги со состояния пыли. А нет, это, походу, мета-прокачка именно. Находясь на земле, вы совершаете быстрый рывок, а затем прыгаете вперед с повышенной скоростью. Погоди, мы тут всякие не просто метапрокачки, мы открываем опции для персонажа, ёлы-палы, их еще больше станет. Если вы нажимаете X после того, как подверглись отталкиванию от вражеских атак, то воздействие оглушения заканчивается. Ага. Так, волновой рывок. Прыгнув и сразу же совершив рывок, недалеко от земли вы будете скользить с большой скоростью, а перезарядка рывка сократится на 50%. И вы прикиньте, тут у каждого из них еще дохренище всего прокачивать. Ёлы-палы, обосраться можно. Как этого много. Если вы бросились, бросаете оглушенного врага в другого врага, длительность оглушения повышается на 30% от оставшейся. Ёперный театр. Так, это находясь на руке, вы совершаете быстрый рывок, а затем прыгаете вперед с повышенной скоростью. Ага. Я даже не знаю, что мне нужно больше всего на самом деле. Давайте, допустим, эту штуку и откроем себе. Анлокнем вот так. Это получается, что если я сделаю... Во, вот такое вот, типа, небольшое... Да, видите, у меня такое ускорение появляется, типа. Ну, я так понимаю, да, мы чуть-чуть быстрее, чуть дальше можем полететь. Так, что у нас тут по прокачке? Я в тебя верю. Тебе нужно продолжать путь, или порча поглотит нас всех. Тут у нас пока что нет никакой валюты. Мы продолжаем играть, я так понимаю, что именно с молотком. Пока у нас другое оружие недоступно. Базовая форма. У пушек есть еще альтернативные формы. Форму рунного кузнеца. Эта форма отличается новыми движениями атаки и отбрасывания. Нажмите Y, чтобы нанести урон и оттолкнуть врага. Понятно, у нас у молота, соответственно, есть как наземные атаки. Можно вниз делать плюс удар, вверх плюс удар. Можно идти, можно стоя на месте бить. То же самое с Y у нас есть тоже разные атаки, соответственно. Я так вспоминаю немножко, чтобы закрепить. И, наверное, погнали потихонечку. У нас какие-то валюты еще там остались. Так много, пипец просто. Хейдес позавидует в сторонке. Здесь для тебя есть тренировочная зона. Не бойся уничтожать эти манекены, они все выдержат. Так, но у меня здесь ни на что не хватает. Я могу разве что открытие 8-й ячейки зачарования взять, но мы даже текущее зачарование непонятно что к чему. Наверное, пока не будем торопиться, потому что я хочу накопить себе руны и вот это все на следующее оружие. И в следующей серии, ребят, сегодня мы побегаем с молотом уже с большим пониманием дела, да? А в следующей серии, соответственно, я думаю, что с каким-то уже другим оружием. Примерно такие у меня планы на этот счет. Так что, погнали, ребят, начинать. Лайкосик под видосик, авансиком. Безумно приветствую, ребят, как я всегда говорю. Мне будет очень приятно. И, собственно, сегодня я настроен... Да, сегодня настроен я точно зайти подальше. Надо понимать, что вначале тут я, конечно, в прошлый раз я особо ничего не знал. Немножко непривычен мне такой темп игры, как я и говорил. Да, с анимациями мне писали в комментах, тоже некоторые было впечатление, когда они играли в эту игрушку. Что с анимациями некоторыми как будто бы что-то не так. Но я думаю, что постепенно приноровимся к этому. Так, Мешвед. А, нет, я кого-то другого видел, по-моему. Мешведа, может быть, я встречал, но и не ходил на него, возможно. Замораживающий рывок. Ваш рывок носит урон и накладывает на врагов заморозку на 4 секунды. Звучит неплохо. Ваш так носит больше урона и накладывает на врагов заморозку на 6 секунд. Тоже звучит замечательно, хотя я бы на рывок на самом деле взял. Вы носите бонусный урон в течение 3 секунд после вражеской атаки или раскола вражеского щита. Давайте рывок, допустим, бафнем, будем им фризить вот так вот. Это у нас, я так понимаю, что Диметра условное местное, да? Можно так сказать. Повышает максимальный ХП. Используйте, чтобы поменять предлагаемое благословение.
Так, а выше у меня там что вообще по карте? Не особо понятно. Какая там штучка, есть такие часики какие-то, не знаю. Ладно, погнали, допустим, так. Там еще по центру как что-то будет интересно с целой кучей духов нарисованное. В общем-то, да. И надо понимать, что, само собой, хоть в прошлый раз было достаточно так и проблематично, но у нас всякая тут метапрокачка и так далее, поэтому тоже со временем у тебя как бы изначально персонаж дает не очень сильный, а потом будет усиливаться, соответственно. Можем делать отталкивать мощно, можем подфриживать врагов немножко. В стенки бить здесь весьма выгодно. Это носит большой урон. Во многом игра задизайнена под это в том числе. Так, давайте, допустим, руну нам точно надо было взять, я помню. И плюс 25 максимального хп. Это весьма ощутимый аргумент, это весьма неплохо. Комната даров. Давайте, дары у меня это сюда, дары мне всегда нужны. А, дары это хавка, судя по всему, да, взаимодействие с этим можно, да. Я не знаю, на выбор оно дается или нет, допустим, с этим. Надпись гласит, пусть ветер ведет тебя в безопасную гавань, где ты станешь сильнее прежнего. Уйти, пожертвовать 25 хп. Чего? А, я могу, типа... пожертвовать хпшку и что-то получить, да? А вопрос, это максимально заберет или текущий только? Пусть процветание сопутствует тебе в твоих странствиях. Блин, мне кажется, оно максимально забрать может. Нет, оно текущее забирает, отлично. И оно дало мне... Хорош! Оно мне за текущее хп дало максимальное, которое сразу заполненное. Вот это стонкс, я понимаю. А, вот это повышает цена у него, да? Вроде бы тоже было с 25. Давайте, допустим, купим это. Тут у нас плюс 100 золота, окей, хорошо. Цена ошибки в этой игре достаточно немаленькая, надо сказать, статуя гармонии. Давайте за... Блин, можно по апгрейдам, конечно, пойти было бы, возможно, лучше так. Но вот это любопытно, что из себя представляет хотя бы. Чумная плевальщица, это какая-то элитка, она с яйцами. А у меня голожопый персонаж без всяких апгрейдов и прочего. Практически, да, только рывок у меня бафнут немножко и все. Ух ты, блин. Так, у меня есть тут такая обилка на Б еще, надо про это тоже не забывать. А, она еще яйца создает, я думал, что она только в начале битвы создала их и все. И больше не будет, а хрен там плавал. Еще держи, падла. В общем, ну да, хилок здесь не очень много, поэтому ошибки допускать крайне не хотелось бы. Восстановить здоровье непросто. Оп, хорошо. Рывок на перезарядке. Опасно, когда врага к стенке поджимаешь, тебе и через него не перекатиться особо, да, может быть. И оно может тебя очень резко, внезапно атаковать, и может не получить задолжить уже. Так, 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 так. Пока, в принципе, враг, если без щита, то его можно достаточно жестко спамить атаками. К стеночке так прижал. Как будто бы из какого-то аниме, да? И не отпускаешь потом, в общем-то. Но при этом у врагов, видите, у них нет какого-то долгого станлока, то есть... тебе около стенки держать тоже не так уж и просто. Да хватит по мне. Блин, я сейчас сдохну здесь. Тихо. Пипец, здесь тайминги, конечно. Очень они мне некомфортные, надо сказать. Чё произошло? Чё произошло? Окей, вынесли, хорошо. Справились, 1 из 8, мощные миньоны. Дайте хилку. Восстановите меня. Восстановите меня! Статуя гармонии предлагает вам одно благословение. Они все редкие. Вы получаете больше сущности. Следующее найденное благословение духов будет иметь дары повышенной редкости. Урон за появляющуюся волну плюс 12%. Вы получаете больше урона в комнате в зависимости от числа появившихся волн врагов. Ваш отбрасы наносит больше урона и накладывается на врагов рану. Блин, что-то как-то так себе. Давай, допустим, редкость повысим себе сущность. У нас валюта справа снизу, она типа за комбо копится постепенно. Мы ее после босса можем потратить на какие-то крутые апгрейды. Там что-то такое было. Но мне бы сейчас восстановиться, например, вот так, получить 50% хп. Отлично. Как это вовремя, как эта тема. Это что такое у нас? Ой, 50 золота. Оно так как фон вообще выглядело. Я это чудом взял. Не взял бы, мне потом бы в комментах бомбили, что, мол, такой слепой пропустил тут что-то. Так, тратит пыль на покупку благословений или других даров. У меня, в принципе, пыль есть. Это рерол, а вот сверху непонятно, что я не могу, если выше надо навестись, посмотреть. Давайте сюда пойдем, там еще хп максимально после этого будет. Первый босс, я так понимаю, что здесь, скорее всего, будет всегда сейчас одинаково. Возможно, что после прохождения игры он потом будет иметь какие-то апгрейды, будет усиленным постепенно. Станет усиленным, то есть. Так, плюс 33% здоровья, это хилочка. Блин, может быть, пригодилось бы это, конечно, взять. Что у меня по карте? Я могу карту отсюда посмотреть, нет? Там в конце еще магазинчик будет. Можно Мишведа купить, можно Килумина.
Давайте мне шведу купим. Так, замораживающее отбрасывание. Отбрасывание теперь будет накладывать заморозку на 7 секунд. Урон отбрасывания плюс 70% также еще. Леденящий мороз. Редко. Теперь... О, там эпик какой-то. Заморозка теперь суммируется до 5 раз, но замедляет врага только раз. Что? Чего? Только раз? А, может... А, я не знаю. Может, имеется в виду с удара, типа, замораживает только один раз. Его надо стакать, типа, и оно будет, может, сильнее быть в итоге. Однако она может наложиться на врагов, не являющихся боссами... А, может наложить на врагов, не являющихся боссами, обледенение. То есть можно вообще заморозить окончательно, потому что заморозка — это просто замедление, а обледенение — это заморозка. Вот так вот. Лед тронулся, эпически, я так понимаю, по крайней мере. При атаке на врагов первый раз вы наносите бонус урон плюс 80%. Чё за отстой? Это эпик? С первого удара плюс 80% дамага. И все. Я лучше плюс 70% дамага себе возьму на кнопку навсегда, чем на одну, правда, только. Но, тем не менее, это гораздо лучше. Это, наверное, когда у тебя вилл тоже собран, может, более-менее. Так, я на скрытый разлом сейчас идти точно не хочу. У нас тут хп есть. Пойдем сюда. Касаемо скрытого разлома. Вы посмотрите, он, короче говоря, делает индикацию атаки, а бьет на деле через огромную паузу. Причем некоторые враги, видите, они бьют. У этого, например, индикация адекватная, а у той мухи она индикацию показывает, а бьет далеко-далеко не скоро, далеко-далеко не сразу после. Видите как? Она только заряжать начинает потом. И это очень сильно путает как раз-таки. Я на боссе из-за этого огребал. Ну, на мини-боссе, наверное, на элитке, то есть. Вот как-то так, да. Такая игра, знаете, она получается с элементами слэшера. Тут много комбинаций крутится, но при этом она не быстрая. Что весьма так непривычно для... Когда у тебя есть такие комбинации. Можно повысить скорость... игры в настройках, да, но она напоминает понимать, что локи все останутся на месте, проценты соотношения останутся теми же. У тебя враги тоже бафнутся по скорости и так далее, поэтому это лучше ничего не станет в этом плане. Так, можно рерол взять, можно взять себе улучшение благословения духа. Я лучше за улучшением пойду, у нас скоро будет босс, и желательно с ним как-то постараться все-таки справиться. На тебе. Еще мне писали, что может быть у нас такой персонаж, потому что даже на видео чувствуется, что он такой, знаете, топорный, дубовый местами, собственно. Может быть, это из-за первого оружия, потому что у нас оружие молот, оно, типа, хорошо отталкивает врагов. Возможно, за счет этого оно, допустим, какое-то особенно медленное на фоне некоторых других. Поэтому может быть такое, например. Хотя обычно в играх ставят первым оружием такое что-то более-менее универсальное, что не требует какого-то специфичного, скажем так, специфичного опыта не дает себе. Оп. Так, этого пробили, хорошо. Тихо. Наша задача сейчас найти себе какие-то апгрейды на наши клавиши, чтобы они были у нас не базовыми какими-то, да, а усиленными уже. Но пока что духа нет. Так, северное сияние. Вы получаете еще больше сущности, 19% получаемой сущности. Либо же усилит наше отбрасывание, либо усилит рывок. Давайте, наверное, отбрасывание усилим. Типа плюс 20% урона к нему, это наша одна из атакующих кнопок основных. Пускай будет так. И в магазине мы, судя по всему, похиляем столько лишь. А, блин, здесь максимальное хп продается, на нее не хватает 25 монеток. Ну, тогда хилимся. В общем-то, да, это не очень перспективно, но поначалу мне нужно будет и вот так вот тратить свои ресурсы в том числе. Но сегодня мы точно, ребят, зайдем дальше, чем в прошлый раз, я в этом уверен. Снова здесь. Что ж, я тоже. Порча помогает зараженным сопротивляться неудобствам смерти. Полагаю, у нас больше общего, чем ты думаешь. Неважно, я тебя остановлю или другие. До врат тебе точно никогда не добраться. Я знаю, что молот, он такой, знаете... универсальный в том плане, что у него есть и... Тихо. У него есть и тяжелая атака для станов, для отталкиваний и так далее. А есть обычные удары. Тихо. А, блин, мечом попало в итоге. На, пробили. Еще делаем ей боньки. Вот так сбиваем. Пока у нее нет брони, ее можно прям заколошматить достойно, весьма. Вот броня появилась обратно, да? Тихо-тихо-тихо. В спину можно ей так стрельнуть еще. Хорошо, в этот раз, видите, гораздо лучше уже понимаю, что к чему. Такой своеобразный бой с боссом получается, своеобразный такой геймплей тоже. Ему надо немножечко приноровиться, потому что оно и в играх бывает, которые вот похожи, схожий форм-фактор имеет, там темп и прочее очень сильно отличается. Но у меня все-таки, так я позитивно настроен, к этому приноровиться и совладать. Ну, само собой, понятное дело, что я пройду игру целиком, если захочу, если это будет пользоваться интересом, спросом и так далее. Но вначале, конечно, чувствуется, ребят, видите, да, я говорю, делай вывод из ошибок и так далее.
не тильтуй, игра не бездумная, и все будет лучше и лучше становиться. Вот, с босса вынесли уже хорошо весьма. Проклятие, ты за это заплатишь. Пошла вон отсюда. Так, получаем плюс одну сущность себе. У нас вторая еще есть какая-то. Ну, а вторая появилась от комбинации, я так понимаю. И мы сейчас их будем тратить на сильные апгрейды. Получить плюс 50% здоровья. Зря хилялись после магазина, но... Магазин точнее, да? Но кто же знал-то, что так получится вынести ее хорошо. Древнее пламя снова испытывает голод. Испепели сущность и получишь награду. Давай, испепелю сущность с радостью. Так, ваше идеальное отбрасывание выпускает снаряд, который носит 60 урона. Идеальное отбрасывание. То есть, когда именно ты кидаешь стенку рога уже, да? Когда пробиваешь щит. Чем больше у вас здоровья, тем больше дальше он летит. Ваш отбрасывание носит плюс 10% к урону. Отбрасывание имеется в виду не факт отбрасывания, а сам навык отбрасывания на Y. Вопрос, а что значит идеально? Справа написано. Полностью зарядите отбрасывание, отпустите Y. Чтобы нанести больше урона и урон по щиту. Я и забыл, что его можно чарджить. Так, отбрасывание тоже это. Великое зачарование. При убийстве врага с помощью отбрасывания вы установите 1% здоровья. Кстати говоря, подхилка такая стабильная и весьма приятна. В каждой комнате будет весьма работать. Ваше попадание по удачному месту носит плюс 25% урона. У некоторых атак есть оптимальная точка контакта, которая усиливается урон и изменяется отталкивание. Это область, отмечена синей искрой. Охренеть, блин. И к скорости атаки можно 10% взять, звучит неплохо тоже. Я возьму себе хилку, наверное, ребят. Мне кажется, что это будет у меня сейчас самое-самое в тему. Опять же, когда ты новичок именно в какой-то игре, да, то тебе нужно, чтобы была какая-то стабильность. Не стоит упарываться на дамаг. И решения, которые на самом деле в будущем будут правильными, сейчас они могут оказаться, наоборот, вредными для меня, потому что мне нужно больше всякого увидеть, чтобы учиться, и нужны какие-то сейвовые такие штучки. Они больше дадут импакта. Так, пожертвуй часть здоровья, чтобы получить благосклонность духов. У нас хилка... Хилки нет, по-моему. Блин, могу ли я позволить себе это или нет? Давайте попробуем. У меня есть хилка с врагов. Здоровья много. 35 хп, судя по всему, оно переносится с каждого этого самого, да, или как? Оно запоминает и каждый раз на 5 дороже. Предыдущий учитывает. Либо же это особенность этажа. Замораживающее отбрасывание плюс редкость. Так, это мы, походу, апгрейднули замораживающее отбрасывание наше. Хорошо. Достойно весьма. А здесь тоже за 35, кстати говоря, не повысилась цена. Тут мы получаем плюс 1 рерол, священная кость. Хорошо. Выйдите из комнаты, 105 хп, теперь мы будем хиляться. Сюда я все еще не хочу пока что идти. Я не опасаюсь этой штучки, если что, не избегаю ее. Но я думаю, что надо идти туда тогда, когда подходящее время. Так вот, мне написали, что эта штучка, она по механике очень похожа на... В принципе, это как бы Бравл Халла игра, сравнивали многие. Там прям комментов, наверное, что 15 было. Люди писали как раз таки вот, что механики многие похожи на ту игрушечку. Еще некоторые писали про Smash Bros. Я ни с той, ни с другой игрушкой не знаком. Просто тут как раз таки так активно используется отталкивание, пришибание врагов к стенкам. Я где-то такую механику, такое ощущение, что где-то встречал это. Акцент на это в геймплее, да? В геймплее. Но особо не вспомню так сейчас. Так, это что такое еще? Ну так, отсюда пропинуем их, не подпускаем к себе. Вообще, я тут хорошо так заныкался, в принципе, они не достают до меня. Но враги тоже к себе могут спокойно спуститься. Отлично. А вот теперь к этому. Уйди. Я его игреком всех бью, чтобы гарантированно не пропустить момент исцеления. Эти шарики, судя по всему, если их после удара их они как раз таки начинают взрываться. Окей, справились. Так, и получаем благословение Солиша. У нас все редко. Ваш выстрел превращается в огнемет, который носит врагам урон и накладывает на них ожог на 5 секунд. Чем ближе враги, тем больше пораженный... тем больше поражений огнеметом. При наложении на врага суммирующегося состояния есть шанс применить дополнительный заряд. А, это типа если бы меня стакался бы заморозка, например, да? Тогда шанс у тебя доп. Заряд получить. Не хочу. Объединенная сила, враги под действием состояния получают больше урона. Так, ну мне сейчас опаляющий выстрел. Это по сути на статусы такие, да, на стакивание статусов. Опаляющий выстрел — это нам то, что сейчас нужно. Мы, по сути, изначально хочу, наверное, прокачать всякие эти самые себе, Мишвет, Ямфас. Мы на Ямфаса сходим, посмотрим, кто это такой у нас. Вот такой огнеметик у нас появился теперь. Аккуратненько. Надо приноровиться еще к атакам врагов, потому что я до конца не знаю, кто еще что делать будет. 30 урона, блин, триндец. Реально больно. 15, тоже неприятно вообще-то. Аккуратно. Так, этого снесли. Тихо-тихо-тихо, бомбочки нет! Одна, другая, тут, блин. Прикол в том, что в слэшере, например, да, у тебя динамика совершенно иная.
А здесь ты достаточно медленный, у тебя целая куча опций, но при этом между ними такого прям большой разницы я не прям вижу, да, чтобы делать комбинации на автоатаке, например, там вниз плюс атака, вверх плюс атака там и так далее, да? Тихо. Окей, снесли. И при этом враги со всех сторон находятся как бы толпами, да, такими, и тебе очень легко от кого-нибудь, да, отхватить. Потому что от толпы нормально доджить. Здесь динамика, скажем так, не та немножечко, чтобы всех так группировать и так далее. Напряженно, и учитывая, как больно враги бьют, 2-3 удара, и тебе надо искать хилку, причем очень жирную хилку, а отхватить очень просто. Но я думаю, что потом метапрокачки и прочее, оно будет тебе все сглаживать. И будет значительно проще все равно. А, Ямфас, это который мокрый у нас. Мокрая атака, ваш атак носит больше урона и накладывает врагам намокание. Намокание у нас цель получает больше длительности оглушения и урона от удара за стену за заряд. Ага, ну как раз мне в теории это подходит. Один в океане. Если рядом с вами нет других врагов, он получает больше урона. Для боссов бонус уменьшается в 2 раза. Плюс... ну, в принципе, на босса хотя бы что-то это будет давать. Потому что 10% урон на босса всего лишь, правда. Не знаю даже. Вы наносите бонусный урон за каждую комнату, пройденную в текущей области. В каждой области эффект сбрасывается. Грамотно, кстати, сделано, потому что боссу ты получишь эффект. Бывает в играх, знаете, когда у тебя бонус не сбрасывается так, то это очень сильная штука, которую вначале можно получить и набрать себе целую тонну дамага. А это не так имбово работает. За каждую комнату, пройденную в текущей области. Вообще это даст меньше 10%, но... или около 10. Но этот работает только в, только в одиночной цели. Давайте я возьму один в океане все равно. Так, апгрейд, либо же магазин. Я бы на магазин пошел бы в конце, возможно. С другой стороны, мы еще сколько-то золота успеем накопить. И надо бы хильнуться еще. Давайте в магазин, наверное, да. Морозка или же раны. Давайте, наверное, морозку возьмем, скорее всего. Да, пускай будет так. Так, у него нет ничего редкого, к сожалению. Град сосулек. Сверху падают 3 сосульки, наносят урон по области, накладывая заморозку на 8 секунд. Перезарядка 8 секунд. Ага, то есть пассивно, да? Нет, нет, не пассивно, это содействие, это ЛТ, это новая кнопка. Лед Тронс. При атаке на врагов в первый раз выносится бонусный урон, и враги под действием заморозки получают взрывной урон, если не атакуют в течение 3 секунд. Давайте град сосулек возьмем себе. Звучит как что-то бьющее издалека. О-о-о, вот это уже неплохо выглядит. Так, хиляемся, идем потихонечку дальше. Мне бы найти реально какое-то вот стабильное восстановление. Вот очень было бы в тему. Погнали, наверное, Солиша, может быть. Солиша, а потом я потом снова на медведя. Да, наверное, погнали так. Посмотрим на огнемет. Что он нам предложит. Блин. Тихо, тихо, тихо. Хочется всех врагов вроде бы получать с них хилку, но это опасно. Ходим. Давайте так прокастуем. Некоторые враги вообще... и туда-сюда враги сами по себе бегают так. Ауч! Этот укусил еще. Реально как будто бы хочется, чтобы, знаете, чтобы какая-то была хилка в динамике, была, напоминала типа... как в скал, например. Чтобы у тебя хилка регулярно с врагов каких-то дропались и так далее, например. Может, в будущем будет какая-то хилка такого плана, или же, например, хил каждую комнату какой-то метапрокачки, но будет видно. Ваш атака наносит больше урона, накладывает ожог. Хищная птица после прыжка в воздухе, ваша скорость перезарядки повышает на 3... повышает на время до приземления или соприкосновения со стеной эффект между 3 раз. Кстати говоря, в Хейдес еще была такая тема, порой тебе боги предлагали заменить чужое благословение, предложив свое выше уровня, выше редкости. Возможно, здесь тоже такое будет, иначе, если такого нет, то ты определяешь, какие у тебя будут кнопки в самом начале, а потом ты их поменять не сможешь. Если, конечно, нет какого-то сброса еще. Враги под действием 5 зарядов ожога воспламеняются, нося урон по области. Я не знаю, это эпическое, в теории, может, возьмем это, давайте. Хотя у меня сейчас только 1 поджигание, поэтому звучит сомнительно. Я помню, что у меня есть рерол, если что, ребят, еще. Но я бы рерол хотел потратить на такого духа, как вот, например, текущий у меня сейчас. Ставим ледяные осколки эти. Отбрасывание имеет, конечно, приятный эффект, но сама по себе кнопка не самая удобная, я бы сказал. Ох, как же это, блин, жахает. Этот ульт прям работает, будь здоров как. Вот он сильно прям помогает мне. Тихо-тихо-тихо, запрыгнуть. Где-то бывает трудно с управлением тоже так справиться, потому что персонаж как-то то ли быстро падает вниз, то ли что-то еще такое есть. Но я все равно позитивно настроен, чтобы с этим всем совладать, постепенно привыкнуть.
Так, а что у нас здесь еще есть? Даже сама Яра не точно не знает. Ага, это рандомная штука, я помню. 40% к сущности при выведении врагами на 4 комнаты. Неплохая штучка, кстати, я бы это взял. Не будь у нас сейчас впереди магазина, потому что мне нужны деньги на хил и, может быть, на что-то еще. Восстановить 20% здоровья за прохождение боевой комнаты. Блин, вот тебе и хилка, кстати говоря. 100 она стоит дороже, чем хилка у босса, но у босса она меньше меня захиляет. Ваш отбрасывает плюс 50% урона. Считай, 4 комнаты даже после босса будет действовать. Хотя после босса мне хилка не нужна будет уже. Давай, ладно, рискнем, вот это возьмем. Плюс 36% урона атаки, плюс 52% урона элитным врагам. Ни хрена себе получили имбищу. Неплохо. Это очень мощная хилка. Хватит ли мне хилки обычной, может быть, а? У меня впереди еще есть максимальное хп, мне не хватит обычной хилки в магазине. Что-то мне кажется, что я за одну комнату вряд ли успею накопить 250 золота, чтобы купить и хилку, и благословение еще. Давайте не вырискать, давайте возьмем себе это. А, и давайте та сущность еще. Купите у травницы Яры что-нибудь свежее. Это, судя по всему, было свежее. Давайте купим еще вот эту сучку, соответственно. Еще, кстати говоря, мы можем делать с рывком вот так вот наверх, то есть, да? Уклоняться в том числе, если стиком нажимать так. Мишвед, медведь. Ваша атака носит больше урона и накладывает на врагов заморозку на 6 секунд. Можно взять себе заморозку на атаку обычную? Я помню, ряд прирол, если что. Просто пока что не хотел тратить его. Леднящий мороз. Заморозка теперь суммируется до 5 раз, но замедляет только на врага, это нас уже предлагалось, да. Когда вы убиваете врагов под действием заморозки, они носят урон другим врагам в небольшом радиусе, накладывают на них заморозку. Это было бы неплохо, не будь у меня сейчас прямо босса. Давайте возьмем себе на размораживающую атаку, это хоть какой-то апгрейд на нее. Без апгрейда атака бьет слабенько, как и в Хейдес. Вот, ты тоже хочешь найти себе какое-то благословение. За исключением тех забегов, где у тебя молот Тора там типа апгрейдил, как-то усиливал атаку, и ты хотел, или там какой-то забег был то ли от золота, то ли еще от чего-то можно было сделать. Что ты не хотел брать себе благословение на обычную атаку, что-то такое было, я помню. Так. Я не знаю, что делают эти штучки, если до тебя коснутся, да, потому что они вроде как сами по себе по умолчанию не взрываются. Так, огнеметиком еще пальнули. Отходим отсюда. Окей. Хорошо, блин. Вот когда постепенно так получается, здесь можно интересные прям комбинации ротировать, крутить. Давайте еще одну, допустим, купим такую штучку, боевую руну возьмем, точнее, потому что она нужна для анлока оружия. Хотя свитки нам тоже надо будет подбирать. Но это награда, это метапрокачка наша вся. Так, тут у нас только хилку можно взять, но в принципе сейчас, наверное, хилку я могу пожадничать и не брать, я думаю. Погнали на босса. Второй босс в прошлый раз как-то так очень тупо меня вынес в итоге в конце. Они, в принципе, не трудные. Сейчас справимся, я думаю. Тебе далеко удалось зайти. Впечатляет. К сожалению, мы не можем пропустить тебя дальше. Скоро ты увидишь, как сражаются истинные войны. Готовь оружие. Так, окей, поехали. Истинные войны. Так, где... А, стрелы, вот. Ставим такие штучки. Хорош тут стрелять своими стрелами. Задолбал уже. Не успокаивается ни в какую. Такими стрелами еще хуже. Лучше стреляй предыдущими. Они хотя бы особо по мне не попадали. Так, а где третий? Нет. А вот третий. Приперся. Что-то их пока что не удается мне как-то хорошо наносить им урон такой достойный какой-то. Лучника, наверное, одного из первых стоит сносить, потому что его проще всего. Он такой, дольше всех стоит на месте, ничего не делая особо. В эту сторону. Так, входим. Уклоняемся от атаки. В прошлый раз меня еще напрягал в конце вот этот чел, да, потому что у него какая-то атака лазером появляется, и она очень отрывистая. Так, сейчас они бафнутся. Сейчас они станут опаснее. Так, отходи. Этот теперь начнет бить, по-моему, сзади себя еще чуть-чуть такое доставать, не уверен. Оп-оп-оп. На всякий случай не наглеем слишком сильно. Огнеметик.
Вот сейчас прям приятно получается, когда у тебя и кнопочек побольше, и ты про них особо так не знаешь. Но на самом деле, например, у автоатаки, опять же, я не особо обращаю внимание на то, что у нее есть разные опции. Так, второй сдох. Запускаем его. Вот этот луч чертов, который меня в прошлый раз очень сильно напрягал своей анимацией. Но сейчас я недолго с ним буду возиться, поэтому его быстро добьем. Оп. Давай, добивай. Ты, блин, все равно попал, говнюк. Да не, хорош. Не угонишься, блин, за ним. Сжечь нахрен говнюка. Отлично. Благополучно пересеките изумрудный путь. Это не должно было так закончиться. Должно было. Так, получили плюс еще одну сущность. У меня их 4 сейчас будет, неплохо. И вечный пепел. Тоже у нас какая-то валюта для каких-то прокачек. Конечно, очень много всего прокачивать можно. Так, хиляем 50% здоровья. Мы фуловые в итоге. Вообще замечательно. Древнее пламя снова испытывает голод. Из пепели сущности получишь награду. Хорошо, а где... А чем мне текстуры сейчас тут загородили? Немножко. По-моему, так не должно быть. Во. Вот так должно быть, да. Так, ваша атака носит плюс 10% урона. Ваше отбрасывание мгновенно заряжается полностью, но обладает перезарядкой в 2,5 секунды. Ух ты! А вот это звучит круто, кстати. Ваше попадание по удачным... Или погоди, или тебе все равно надо будет заряжать, просто не ждать время. Потому что сейчас зарядка у него выглядит вот типа так, а это будет моментально, но все равно надо будет на это останавливаться. Если бы она просто пассивно работала и с кулдауном усиленно, да, билд, было бы хорошо, конечно. Удерживайте X, чтобы зарядить нейтральную атаку и нанести до плюс 100% урона. Вы получаете 10% скорости атаки. Давайте, наверное, возьмем себе великое зачарование. Возьмем себе к скорости атаки. И возьмем себе просто... Или ваша... Блин, это только на вашу атаку. Это работает только на базовую атаку и все. Это не очень хочется. С другой стороны, не факт, что я что-то еще возьму. Давайте вот так вот апнем. У нас есть 4 из 7 статов, причем, то есть, судя по всему, мы за забег можем получить, как можем найти больше, но есть ограничения по количеству прокачек. Это не стоит самое дешевое всякое брать. Чисто такое. Иначе слоты закончатся. Так, третий этаж. Мишвет, потом сундук, либо ХП. Причем, кстати, здесь реликов у нас, получается, нет, да? В этой игре или я не встречал, я что-то помню. У нас тут именно на благословение всякие акценты. В качестве реликов у нас скорее идет вот это вот... Магазинчик в конце после босса, да? Если можно так назвать, не знаю. Но это скорее не как релики я даже воспринимаю, а как какие-никакие другие апгрейды все-таки. Отлично. Так, получить благословение Мишведа. Эпик, страж границы. Сейчас прочитал страж эскортницы, я такой, чего? Не знаю, каким образом я это прочитать умудрился тут. Про себя не в мыслях. Но в итоге озвучил. Рядом с краем платформы ваше отбрасывание наносит повышенный урон и сильнее отталкивает. Рядом с краем платформы. Это что за условие? Хотя вдруг будет босс какой-то. Какой-то с удобной платформой, например. Хотя и на комнату опять же надо что-то, чтобы работало. Блин, у меня какой-то ветер сейчас подул из окна, и там такой ароматный запах какой-то попер. Блин, там у меня окошко приоткрыто хорошенько так. Обморожение. Враги под действием заморозки получают взрывной урон, если не атакуют в течение 3 секунд. Выносит повышенный урон за каждого врага поблизости под действием заморозки. Ну, давайте, наверное, стража границы, да, возьмем себе. Попробуем, допустим, так. И отправляемся дальше. В разломах у нас, как мне писали... Кстати, под разломы здесь есть определенные места. То есть, смотрите, явно вот тут мог разлом появиться, например, да? Может появиться где-нибудь вот здесь. Например, вот отсюда... Разлом вряд ли, а хотя не знаю даже. Вот отсюда, например, точно разлом появиться не может. Содержит реликвии, все-таки есть какие-то релики, да? Просто они, возможно, не часто встречаются. А, у нас же... Все, я вспомнил. У нас были релики, просто на них у нас 3 слота. У нас здесь очень... Количество механик в игре у меня, серьезно, я вот думаю, как бы это объяснить. И количество, чтобы, знаете, так вот просто совместить все. У меня голова кругом идет, насколько тут много, черт возьми меня, всего в забеге вот так вот участвует. Враги под дефом — это вообще зло. На! А, стоп, у нас то есть получается всегда обычная атака. Да, я не могу использовать свой Y теперь регулярно, но зато он когда отбрасывает, он отбрасывает, будет здоров. А мне это нравится весьма. Лучше пускай он будет редким, зато сильным, нежели я буду им регулярно бить, и он будет типа такой, типа вроде и работает, а вроде и тяжело им пользоваться, да? Что еще такое?
А, так на кулдауне. Ходим. Окей, снес. И вот так добить. 2 хп, это у нас хп показывает синие или что? Не уверен, если честно. Так, у нас сейчас должен был закончиться наше благословение, да. Так, давайте возьмем себе, допустим, свиток. И возьмем себе релик. Пневматический бур. Ваши попадания по удачному месту наносят плюс 80% урона. Плюс урона по элитным врагам и плюс к урону атаки. Релик 4 уровень. То есть тут есть релики, как бы у них есть еще и уровни. Ага, вот и разлом, да? Блин, давайте сейчас, наверное, без него. Мне кажется, что я там сейчас все солью, если честно. Вот у меня такое ощущение. Хотя, может, нормально будет все. А давайте сходим, ладно. У нас сейчас есть неплохой отталкивание. Это что еще такое? Они разные, походу, бывают, да? Я почему-то не подумал об этом. Дух другой совершенно. И другая аренка, соответственно. Собственно, ты ему набираешь процентовку, и как, чем больше процентов, тем сильнее ты его отталкиваешь. Я не знаю, вот только единственное, что обнуляется она или нет, когда ты его пробьешь, чтобы выкинуть. Во, скинули, отлично. Обнуляется, зараза, обнуляется. Зато смотрите, там у нас... Судя по всему, нам не обязательно 3 раза скинуть его, чтобы получить бонус. Мы за каждый бонус получаем, видите, за каждое отбрасывание успешное в итоге, мы получаем награду, благословение. То есть, если отбросить его 3 раза, это будет прям мега какая-то награда. Ну, не мега награда, это будет 3 награды, точнее. Давай, сталкивай его. Не получилось. Вот так. Еще бы немножко. Ай. И вот сейчас отталкиваем. Отлично. 2-я, но, по-моему, 3-ю мне не светит. Хотя... Эх ты, блин, падла. Не получилось. Нет, 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 нет. Все, я вылетел. Но мы 2 награды пол... Или нет? А где награда? Или если вылетаешь, то награду не дают вообще? Там типа за каждое отбрасывание были вопросики снизу. Когда попадаешь в него направо, то тебе дают, типа, показывают награду, отображают. Если отбросишь 3 раза, получишь фул награду 3 благословения сразу. Звучит как очень круто, звучит как, типа... Звучит как что-то, куда надо обязательно ходить, типа, потому что слишком много тебе, это в 3 раза жирнее комната. Тебя как будто будет обязывать туда ходить, потому что, ну, это огромный потенциал. Я, честно, рерол не хочу себе брать сейчас. Деньги оставил бы, на самом деле, дальше. Хилка подождет, я думаю, тоже. Давайте погнали так. Пожертвую частью здоровья, чтобы получить благословенность духов. Не хочу. Давайте мушкет. Типа, знаете, как проклятые сундуки в Dead Cells и так далее, когда тебе предлагают вроде как испытание, да, с крутой наградой, которая вроде как выбор, а на деле, на самом деле, выбора не будет, потому что тебе, ну, как бы, слишком это много дает, тебе надо обязательно туда ходить на деле будет. Исправляться, соответственно. Только дело в том, что тут... Судя по всему, если ты вылетаешь, то тебе все награды обнуляют, да? Я, честно говоря, думал, что мы вылетим и мы просто оттуда, ну, закончится этап и все. Мне дадут, обналичат мои бонусы, мои, то, что я заслужил. К тебе вообще ничего не дают. Честно говоря, какой-то скам, по-моему, немножко. Ты можешь просрать хп, ты можешь получить ничего, даже если ты практически полностью все сделал, но при этом просто упал в конце как-то неудачно. Отвалился. Честно говоря, не очень приятно учить, прям совсем, мягко говоря. Давайте вот так сделаем. И добиваем его. Так, хорошо, Мишвет, что ты нам предложишь? Враги под действием заморозки получают взрывной урон, если не атакуют. Лавина, когда вы применяете удар о стенку, к врагам под действием заморозки они наносят урон и накладывают заморозки на врагов поблизости. Заморозки теперь суммируются до 5 раз. Давайте реролим здесь, наверное. Пришло время. Ледяные осколки. Враги под действием заморозки, пораженные вашей атакой или отбрасыванием, выпускают пронзающий ледяной осколок в случайном направлении. Неплохо звучит. Лавина, когда вы применяете удар о стенку... Это нас уже предлагалось как раз только что. Это мы знаем. Давайте ледяные осколки возьмем себе, попробуем. Звучит как что-то любопытное. Блестящий самоцвет. Поехали сюда. Вот так считаем. Тихо-тихо-тихо отойти. Огнеметиком. На перезарядке. Теперь ставим. Промахиваемся благополучно, да. Как будто бы так и задумано было. Этого приколбасим. Хорошо. Но реально есть враги, которые такие достаточно быстрые. Аккуратненько.
справился. Вторая волна. Этот голем, судя по всему, когда-то рядом с ним, он бьет вблизи, когда издалека бьет дальней атакой. Ну, в принципе, как бы ультралогично, да? Бьет лучами такими, то есть издалека. О, мы его вытащили из логова, из его берлоги. Лол, фига. Кристалл вытащили. Душу голема, типа, можно сказать. Так, хорошо, давайте, наверное, возьмем себе свиток сейчас. Радует, что на метапрокачку ты не тратишь отдельные какие-то комнаты вроде бы. Потому что здесь у нас, типа, дается по-прежнему награда комнаты, и просто дополнительно качаешь метапрокачку. Нет такого, что тебе надо куда-то ходить, чтобы улучшиться потом, но жертвуя текущим забегом. Это очень радует. Это безумно душная противная штука во многих играх. Страж границы. Рядом с краем от платформы ваше отбрасывание повышает урон. Плюс 6% апгрейдик. Можно поджог себе улучшить. Подожди, а это качает у нас что? Это качает редкость или уровень? Потому что уровня вроде бы у нас уровня как такового нет. Сверху падают сосульки, будет 80 урона. О-о-о. Блин, я бы на самом деле сосульки прокачал, мне они как-то очень нравятся. Сосульки у нас теперь где они? А нет, смотрите-ка, они по-прежнему белые. То есть это именно уровень. То есть смотрите, чтобы вы понимали, у нас есть базовый сетап... Оружка, да? Оружка дает тебе, соответственно, две клавиши от оружки идет. Базовая есть, у тебя выстрел, да? Ты можешь все из этого... У тебя, во-первых, у оружия есть комбинации целая пачка, да? И ты можешь каждую свою кнопку промодифицировать, улучшить каким-либо духом. У каждого духа свой какой-то апгрейд. Духов 7. Есть помимо какие-то другие еще апгрейды, да? Есть ЛТшка, которую ты в процессе забега где-то можешь подобрать. У тебя есть разные пушки. У пушек есть еще альтернативные версии. Помимо этого у нас есть релики, у нас есть апгрейды, которые идут после босса, за сущность, которую ты набираешь за комбинации. К этому у нас есть еще что? Есть просто благословения, да, смотрите-ка, а есть те, которые благословения именно на оружке твои. Может еще про что-то из таких вот механик я забыл, ну понятно, не считая там всякие там временные эффекты в магазине, которые там можно получить в каком-то, да? В лавке. Оп, хорош. Сбили. Во, лизные осколки, кстати, вылетают, да, как раз-таки. Из подмороженных врагов таких. Получается очень-очень широкий арсенал, который причем еще и дальше увеличивается, потому что помимо всяких рывков и так далее, у нас мета-анлоками мы открываем себе... У меня такая жестикуляция, я прям так показываю убедительно, вы этого, правда, не видите. Появляются всякие цепляния за стенки, обнуляют тебе его счетчик прыжков. Какой-то прыжок плюс рывок плюс прыжок тебя ускоряет. И всякое-всякое прочее еще будет в процессе добавляться. Охренеть, блин, мозги просто поплыть могут. Гидратация. Если вы попьете из фонтана стилища области, то ваше максимальное здоровье увеличится на 15, нехило, кстати. При этом вы восстановите здоровье до максимума. Эффект... А если восстановите здоровье до максимума, то эффект удвоится. Ого. Жаль, у меня фонтана нет. Стилища области это... Которая на этаже встречается, да, вроде бы, не которая после босса. Прилива раздора. Вы наносите больше урона в комнате, а чистоболом. Приходите в новую комнату, вы получаете случайное количество пыли. Максимум за 10 пыли. Давайте гидратацию возьмем, наверное. Мне остальное как-то сейчас тоже вряд ли уже поможет. Учитывая, что мы перед боссом. Мы сейчас должны проапгрейдиться по максимуму, чтобы на нем показать более-менее какой-то результат. Я даже не знаю, может быть огненного взять, а? У огненного есть бафы всякие за статусы. Давайте возьмем огненного. Когда враги появляются в комнате, они получают ожог. Когда убиваете врагов под действием ожога, они передают свои заряды ожога другим существам. Касаемо вот этих вот текстур, кстати, некоторые писали, что здесь они, во-первых, в гифке сделаны, да, и что у меня там типа 60 кадров ограничено. Тут дело в том, что оно в пределах одного, по-моему, цикла. Вот этот фон, как будто бы он прорисован, не знаю, не в 60 FPS, там, не в 24 даже, да, например, как в аниме идет, вон, сколько я помню. А допустим, здесь в 5 FPS, условно говоря. То есть как будто тут просто кадров не прорисовано. И повышение FPS, например, и так далее, оно не поможет в этом плане никак. Просто почему-то они как-то прерывисто очень так сделаны. И дело не в том, что это гифка, которая плохо сведена, а в том, что оно в пределах одного цикла как будто бы прерывистое. Причем некоторые отрисованы нормально, а некоторые как будто бюджета не хватило, не знаю. Так, если ваш множитель сущности выше 1.5, вы каждую секунду носите урон по области, которая накладывает ожог. С
множественным сущностям надо бы еще разобраться, за что он там лучше начисляет, за что он там отнимается, что-то такое еще. Так, рерола у нас нет, кстати говоря. Ага. Закончился, у нас один был только. Блин, ну мне ни то, ни другое, ни третье, как будто бы. Не то самое, ни туда, ни сюда, ни этак. Даже не знаю. Давайте распространение огня. Это тоже на комнаты, и то, и другое на комнаты. Но вот это как будто бы даст эффект посильнее. Давайте хиляемся перед боссом, потому что неизвестно, пройду его или нет. Сейчас мне надо максимум, просто хочу я выжить из этого забега. Я буду доволен. Тебе здесь ждали, хранитель древнего пламени. Слушай внимательно. Старое пророчество погрязло во лжи. Их изрекали дураки, которые боялись того, что не понимали. Ты думаешь, божественные духи выбрали тебя для этой миссии? Нет, они принесли тебя в жертву. Мы ничего для них не значим. Просто расходные материалы, как и те, кто погиб в этих туннелях. Верховная жрица показала нам, что смерть — это не конец. Порчи не умирают. Так, колдун — еретик. Можно сразу пытаться его гасить, потому что... Ух ты, блин! А можно, наоборот, пытаться разобраться, что он делает. Но, с другой стороны, чисто доджить в эти моменты, да, я могу не пережить просто, потому что... Да ёлы-палы! Он меня сейчас будет бить чем-то неизвестным мне, у меня здоровье будет заканчиваться. У меня просто постепенно снесет. Они ускоряются так еще, весьма противно. Входим. Так, это он снимает, это метеорит снова. Ударили его неплохо, в принципе. Блин. Оставили. От этого в целом понял, как уворачиваться. Да и от всего плюс-минус тоже, наверное. Если какую-то атаку одну не забыл, например, еще, конечно. Оп-оп. Вот это забыл, да. Я такой думаю, что-то же еще, по-моему, у него было. Так, но я и ожидал, что у него сейчас... Ёлы-палы, это что за дерьмо? Если у него не будет какой-то ульты. Если у него не добавят новые атаки. Ой, он еще сам... Этот чел тоже теперь бьет? Они теперь в дуо работают. А можно мне тоже помочь кому какую-нибудь, нет? Че это я тут против двоих-то сражаюсь? По-моему, меня сейчас порвет. С этим своим помощником. Уйди. Так, а чё? Окей. Блин, но он меня сносит постепенно. Определенно. Перезарядки. О, просто пул-атак большой, ты не понимаешь, что сейчас, куда полетит выстрел. Тупо это убивает, тупо незнание, непонимание, потому что не интуитивные какие-то атаки. Он что-то замахивается, потом бац, выстрелы в разные стороны полетели, оказывается. И так далее. Блин, обидно как-то, не знаю. Топорно очень бой слился, в итоге закончился так. Очень как-то неуклюже, я бы сказал. Так, ну ладно, что мы хотим здесь прокачать, допустим, себе? Вы задерживаете, выдерживаете смертельный удар и выживаете один здоровье, если до удара у вас было минимум 10% здоровья. Ага, то есть защита от ваншота такая условная. Дополнительную тычку позволит выжить. Это у нас как раз Мишвед, которого мы сейчас встретили. Ваш множитель не уменьшается вне боя. А он уменьшался вне боя? Окей, я понял, что, наверное, это надо, походу. Ваша атака и отбрасы носит бонус урон оглушенным врагам дополнительно. То есть тут, да, тут метапрокачка, она очень сильно будет влиять. У тебя разница, наверное, с ней и без нее, раз там 5 нахрен будет. Но здесь огромные эффекты даются, поэтому ты, если просто будешь идти постепенно, да, у тебя все рано или поздно получится, в любом случае. Совместный маневр. С помощью задействия можно отменить время восстановления атаки или отбрасывания. Мне кажется, многие какие-то эффекты, не знаю, что не значит вообще. С помощью содействия. Мне кажется, за многим из этого ты не будешь прям следить так активно. При полном здоровье ваш множество сущности повышается быстрее, боевая готовность. Если вы попадаете по врагам, ваш множество сущности сохраняется на одну секунду дольше, прежде чем начать уменьшаться в бою. Давайте, допустим, себе множество сущностей вот этот проапгрейдим. Допустим, пускай будет так. Что у тебя? Я в тебя верю. Тебе нужно продолжать путь, или порча поглотит нас всех. Да-да-да. Так, у нас есть два свитка. Алтарь даров, преданность. Приношение дара на алтарь духа в комнате даров также повышает на 5% шанс получить благословение более высокой редкости. Приношение дара на алтарь духа в комнате даров. Это там, где я жертвую хп или что? Не уверен. Вы получаете в награду священные кости X2 вместо одной. Что? Кости это рерол, который делают. Окей, хорошо. Священная земля может выглядеть как комната на изумрудном пути. Прикосновение к монументу может восстановить тебе хп.
То есть получается, что это хилка на второй этаж, да? Нет, на третий лучше. Вы можете получить ненужные реликвии, а вы можете уничтожать ненужные реликвии, чтобы получить сущность. Давайте рерол себе купим, допустим, да, повышенное количество их. А, ну и все, и больше ничего не хватает. Один свиток у нас остается на сдачу у нас пока что. Так, ладненько. После вооружения оружия будут доступны другие его улучшения. Со временем вы можете... Мы сможем еще больше раскрыть его потенциал. Мы можем сейчас купить какое-то оружие, ребят. Но я бы хотел сегодня с молотом побегать полноценно, а в следующей серии уже с чем-то другим. Более сильные варианты мало зачарований. Альтернативную форму, кстати, дает доступ к альтернативной форме этого оружия с совершенно новым дизайном и движениями. Пробудите базовую форму этого оружия, дав ей бонусную пассивную силу. Либо же вот это взять. Одно из двух мы выбирать можем сейчас. А купить здесь пушку стоит у нас сколько чего вообще? Это молот. И погоди, где оружие можно было поменять? Не у тебя разве? А, вот, открыть его за две руны, да? В принципе, две руны я сейчас за забег наберу. Только руны надо. Больше ничего. Фиолетовые эти дымки, это, судя по всему, для апгрейда раскрытия оружия. Слушайте, можно, в принципе, базовую форму открыть, чтобы мы не с альтернативной сейчас посмотрели, да? А посмотрели, как именно будет улучшено это. Что значит восьмая ячейка зачарований? Не знаю. Какие зачарования? А, здесь у нас не посмотреть, да, такие вот, такой мишку, как в забеге. Ну давайте базовую, пробудите базовую форму, дав ей бонус на пассивку. А это альтернативная форма. Вот сегодня на базовую форму посмотрим, на полноценную. Вечный пепел пробудил силу, которая таилась глубоко внутри боевого молотка, молотка топора. Уверен, он поможет тебе на пути к краю. Так, хорошо, и что ты у него пробудил? Попав по врагу полностью заряженным отбрасыванием, вы получаете скорость передвижения на 3 секунды. Это все? Я же не пользовался даже. Ну, точнее, ладно, я пользовался, но потому что у меня эта атака была изменена апгрейдом. Я ожидал большего, если честно, от этого. Ладно, вроде бы на этом мы готовы идти дальше. Давайте, погнали заново. Но сейчас уже, как видите, да, стало получше в этот раз. Уже с большим пониманием, чего и как. Естественно, постепенно надо еще делать выводы о силе, о желании, скажем так, какого-то определенного духа качать, например, и так далее. Он может, если ты качаешь чисто одного, он может тебе какое-то благословение потом откроет вообще. Можно такое попробовать, если было бы. Сумеречный рывок, внезапная атака или неосязаемая воля. Сумеречный рывок накладывает замешательство на врагов, которые повышают урон со спины. Я же не хотел бы это. Ваш атака наносит больше урона и накладывает на врагов замешательство на 5 секунд. Вы получаете базовый шанс уклонения. Давайте лучше возьмем себе базовый шанс уклонения 10%, потому что я бы хотел... Ассасин билд делать явно не на этого. Можно рерол себе взять. Тут какой-то желтенький, кстати говоря, чел есть. Дальше. В принципе, маршрут справа меня вполне устраивает, за исключением бобра, опять этого хомяка. Слева есть релик, потом что-то там с духами связанное. Блин, слева прикольные. Блестящий самоцвет. Ну, погнали на блестящий самоцвет. Будет апгрейд. Если пошли бы направо, у нас было бы очень много реролов. У нас было бы там 4 рерола, мы получили бы. Вот так. Да, трудности, когда у тебя реально враги здесь, знаете, они так в толпу, от которой ты как бы синхронно от всех уворачиваешься, они так не складываются, они постоянно сами как-то двигаются. Даже когда ты их отталкиваешь куда-то, они продолжают уклоняться. Вот этот вот чел, например, это вот какой-то, не знаю, кузнечик. 76 хп. И вот проблема в том, что здоровье никак не восстановить. Тебе надо проходить буквально практически всю комнату вообще без урона. Вот такое ощущение. Одну руну мы еще успеем взять, а вот эта валюта мне все-таки ценнее. Так, релик. Сбили. То есть отхватываешь, потом ты начинаешь закапываться, как снежный ком, начинают твои проблемы копиться. Знаете, как в Пеглине. Вот примерно так же. Вот из той же оперы. Но мне кажется, в такой игре, как это, такой слэшерный все-таки, было бы правильно, если бы встречался вариант хила просто какой-то в комнатах сам по себе время от времени. Амулет гармонии второго уровня. За каждое синергическое благословение вы наносите плюс 7% урона, плюс 30% урона выстрела добавляет еще. Релики тоже сильно решают, потому что просто повышают себе статы твоих. Ох ты, блин, огромный катальщик. А, я вспомнил, да, у нас все. Я такой пытался вспомнить, что это за комната. Вспомнил, это элитка. Окей, пробили. Бей его, бей!
Вот так, не давай ему больше ничего сделать вообще. Не отпускай его, пока можешь. Весь урон вливаем. Все, он поставил. А, нет, он не под защитой еще. Я сказал, что он защиту включил уже, но вроде бы нет. Пока что мы его агрессивно весьма себе лупим, и все. Он там пускай кидает свои эти глыбы, мы их не боимся, потому что мы находимся снизу, находились. Они до меня, в принципе, достать не могли. Вот эта элитка гораздо приятнее. Та, она самонила и тебя просто разбирала со всех сторон. Мощный миньон, 2,8. Судя по всему, это... Возможно, что здесь 4 локации, например, да, и в каждой локации идут мощный миньон по 2 штуки, например, разные элитки такие. Сумеречный рывок. За рывком следует отложенный рассекающий удар, урон рывка 28. Ваша атака наносит больше урона и накладывает на вас электрошок на 4 секунды при попадании по врагу. Электрошок дает скорости атаки за заряд, наносит 5 урона врагам поблизости по истечении действия зарядов. О, вот это круто звучит, сверя. Это электрошоковый дух, которого у нас еще не было, который, судя по всему, вот этот вот навалик. Навалик, не знаю, как назвать. Погнали за ним. Повышение скорости атаки, знаете, для какого-нибудь билда на ассасина, например, вообще было бы хорошо. С каким-то особенно быстрым оружием еще. На автоатаку делая акцент. А когда у меня эффект заканчивается, то мы еще и... А, вот мы постепенно бьем вот так вот по пятерочке. Не очень много. Такие без особых эффектов печки вылетают. Блин, у меня здоровье просаживается, и просаживается. Давайте еще одну штучку берем, дремлющий уголь. Потому что нам его надо будет очень много, я так понимаю. Вот так у нас он выглядит. Вот у него анимация получше. Она такая электрическая, поэтому дерганность ей подходит. Выстрел молнии зигзагом. Редкая. Ваш выстрел переключается на врагов поблизости, нанося урон по области. Вы получаете 1 плюс 1 заряд электрошока на 4 секунды за каждого дополнительно пораженного врага. Это на толпы. Время существенно. Ваш множитель множитель существ увеличивается быстрее и не может быть меньше 1-2. Блин, вначале как будто вот это надо бы взять. При обновлении перезарядки содействие или выстрела... Содействие это... А, содействие это ЛТ. Вот оно что. Это эта кнопка так называется. А то у нас там до этого встречалось, там что-то там, что содействие может прерваться там чем-то. Или наоборот. Или выстрел выносит больше урона, в течение 2 секунд эффект суммируется. Ну, плюс 8%. Сущность не может быть меньше 1,2. Давайте возьмем себе это. Множество сущности сейчас у нас 1,2, а он быстрее будет копиться. Божественная лавка. То есть, ну, получается, нам надо еще и в комнатах грамотно как-то выносить врагов, чтобы... чтобы больше получать ресурсов на будущее. Так, следующая комната там непонятно, что, если честно, такое. Можно два рерола купить. Этого благословения духа я не особо хочу брать. Давайте два рерола, наверное. Этому мы найдем еще применение, я думаю, точно. Это у нас священное место исцеления. Ага, это хилка. Надо мне на ямфаса и на максимальный хп идти. Максимальный хп прям очень нужная штучка здесь, потому что его особо ты никак найти не можешь, да? Как пока что эти комнаты выглядят, как будто бы на них надо идти всегда вообще. Тихо. У тебя нет какого-то варианта максимальное хп повышать самому по себе регулярно. А максимальное хп повышает, соответственно, и эффективность исцеления, которое ты можешь получать, потому что оно процентное. Поэтому это очень ощутимый аргумент. Так, стреляем. Ну вот, смотрите, у нас просто есть какая-то атака, да, например, вверх плюс удар, вот такая круговая есть, но ими особо не пользуешься, все... Ах ты, блин, вот этот кузнечик, конечно, вообще противный. Может, со временем я и начну, конечно, но не уверен, если честно. Так, вот он маска спереди, типа, да, сзади он не прошибает, ой, прошибаем наоборот, точнее, да. Но сзади он бьет хвостом, и как будто бы мне проще через маску его пробить, когда он всего лишь один. Так будет побезопаснее. 60 хп. Мне это не очень нравится. На 3 удара буквально у босса, на самом деле. К скорости атаки, ваша отбрасывается бонусный урон, к скорости передвижения. Вот эти бафы, на них тоже как будто тратиться не хочется, потому что они... Давай вот это возьмем. Урон выстрела минус урон атаки. Ну, пойдет. Потому что тоже это деньги тратить тебе на то, чтобы ты временно чувствовал себя окей. Но если тебе приходится брать такие апгрейды, то возможно, что потом ты, когда они отключатся, будут у тебя прям огромные проблемы вообще. Выстрел создает снаряды X3, которые носят врагам урон, накладывают на макание на 5 секунд. За намакание плюс длительность оглушения к урону от удара от стены. Мокрый рывок активирует водный рывок, который носит врагам поблизости урон, накладывает на макание тоже. Больше урона, если бьете врага прямо снизу. Я бы реролил, на самом деле, поищем что-нибудь поприкольнее.
один в океане. Если рядом с врагом нет других врагов, он получает больше урона. Ну, вот это можно взять, в принципе. Потому что я не хочу себе брать ямфасы на апгрейд каких-то кнопок себе. Ваш отбрасы наносит больше урона и накладывает на врагов на макание. Бонус урон за каждую комнату, пройденную в текущей области. Давайте один в океане, допустим, возьмем. Хотя, может, стоило право апгрейд взять. Не знаю. Так, иди в жопу. Ты в прошлый раз, если бы мы там получили плюс 2 благословения, они просто потеряли хп и не получили никакого эффекта, вообще никакой комнаты, да? Получается, туда надо туда идти, если ты прям реально четко уверен, что ты сможешь, во-первых, наглушать чела, а еще, во-вторых, не вылететь сам. А если у тебя забег, может, что-то где-то ты чувствуешь, что можешь и обосраться, то туда идти прямо минус весь потенциал. Прям губить себе забег. Эти, блин, взрыв, чертов. Так, ну я чувствую, что в магазине придется хиляться по-любому, да. Уйди. Окей. Кузнечики пока что самые противные враги здесь реально. Плюс 25 хп, но 70 хп это на 3 удара, опять же, все равно, примерно плюс-минус на боссе. Поэтому здесь мы берем себе отлично вот этого электро. И как раз на хилку хватает в том числе. Электрорывок-телепорт. Ваш рывок телепортирует вас указанное расстояние. На указанное расстояние. И носит урон врагам поблизости. Вы получаете 2 электрошока. Что-то редкое есть. При попадании по вам вражеской атаке... При попадании по вам вражеской атаке... Перезарядка всех ваших атак сокращается, и вы получаете 5 электрошока. Нет, электрошок на 5 секунд. Аналитический паралич. Когда рядом несколько врагов, вы получаете плюс скорость перезарядки и заряд электрошока на совсем. Пою налево. Это только на толп работает. Давайте возьмем это, ладно. Я надеюсь, что мы первого босса и так снесем. Со вторыми это работать будет. С третьим боссом там не особо понятно, потому что та штука, она вроде как фоновая, которая появлялась. А комнаты все-таки тоже доставляют проблем порой. Может, до сих пор тебе и везло, но меня это не беспокоит. Признаю, еще одно поражение в битве с тобой привело меня в замешательство. После пробуждения я почувствовал себя по-другому. Не знаю, что это за чувство, но как будто у меня что-то отобрали. Я не позволю тебе сделать это снова. Придется. Позволить. Так, я вот больше всего волны опасаюсь, на самом деле, потому что она самая неожиданная. Ай! Именно про то, как она ее использует, я забываю больше всего. А! Это что было сейчас? Входим. Так, другой... А, снова волна, черт! Как говорю, противная фигня. Так, так понятно было, она тут именно с разворота волну делала, но бывает иногда она запускает волну как-то пассивно. Вот так пробил, хорошо. И не достать ни хрена. Сейчас меня снова ударит, смотри, чекайте. Нет, нормально, я думал, что сейчас она резко тоже... Я сейчас сдохну на ней. Я не могу найти удобный момент для атаки, блин. Да чертова волна! Окей, убей ее, просто убей. Тихо. Есть! Все, в порядке. Сейчас выхиляемся частично. Нет. Опять. Скорее всего, после победы потом можно будет как-то тут либо будет какие-то возвышения, либо что-то такое еще. И наверняка там будут потом боссы иметь апгрейды. Я почти полностью в этом уверен, что форм-фактор в этой игре будет прогрессии, скажем так, усложнение будет именно так выглядеть примерно. Так, хорошо. Это мы в курсе все. Так, у нас в сущности три штуки, между прочим. Последний удар в комбо боковых атак. Это в сторону плюс X. А если знаешь на месте плюс X, это не работает. То есть получается, да? Носит плюс 100% урона и оглушает врагов. Оглушение длится дольше. Воздушная атака вниз выпускает снаряды 3, наносящие 50 урона, если падение дольше какого-то времени. Это я вряд ли буду использовать, это тоже вряд ли. К скорости атаки, снаряд 10% это хорошо. Ваше отбрасывание плюс больше урона. На этом возьмем себе к скорости атаки, да. И нашу обычную атаку бафни, вот эту штучку. Что мы ей сейчас много пользуемся. Она у нас электрическая, она у нас ускоряется еще. Так что тоже нам надо прям.
Так, частью ХП жертвовать я сейчас, наверное, не буду. Тут на элитку можно пойти, но как будто бы не очень хочется. Хочется на ХП, но потом придется на Мишведа идти, да? На заморозку. А, можно пойти, в принципе, налево, апгрейд себе сделать на электро, а потом ХП получить. Да, так, наверное, будет получше. Да-да-да. Давайте так. Мне сейчас нужно найти... Хотелось бы электрического, это самое, ульту найти его. Ну, навык, как его, бросок тоже было бы неплохо, но вот ульту очень хочется. У меня до сих пор нет всех кнопок. На первом этаже в идеале хотелось бы именно это набрать себе, например. А тут пока что у меня не просто нет всех кнопок, у меня есть только одна кнопка. У меня ни рывок не бафнут, ни отбрасывание не бафнуто. Ни выстрел, ни содействие. Ваша атака наносит больше урона и накладывает шок. Окей, усилить атаку просто. Меня это устраивает вполне. Апгрейд на то, что нам надо вполне. Так что берем. Навалик, поехали. Ну, так, это снесли. Есть. Эти такие какие-то птички. Они, знаете, кого напоминают? Вообще ни за что не догоняют, не догадаетесь. Они напоминают комаров таких в Спайро 3. Там был такой уровень темный во втором мире. И там были комары, которые... Они так пассивно себя вели, а потом бац, и резко прыгали в твою сторону. Тихо. Промахнулся, окей, хорошо. Додж сработал. Так, этот спрыгнул. Иди от меня. А потом резко в тебя летели и клювом своим били. Вот очень мне их напомнили. Окей. Готов, наконец-то. У нас сейчас нет никакого подхила, и поэтому это большая проблема. Давай еще вот эту штучку возьмем. Как будто бы это одно из самого выгодного сейчас. Благословение. С прокачек. Рыбок телепортирует. Вы совершаете свою скорость перезарядки. Повышаете свою скорость перезарядки за каждый имеющийся заряд электрошока. Заряды электрошока повторно появляются на том же месте несколько раз после истечения срока действия. Каждый повторно наносит плюс 5 урона. Это хорошо работает, когда у тебя прям много электрошока. Мне сейчас нужны улучшения. Вот это содействие, кстати говоря. Это у нас выстрел электро, это у нас удар грома. Когда вы подпрыгиваете, находясь на земле под действием электрошока, то наносите ближайшим врагам урон. При обновлении перезарядки, содействия или выстрела, вы наносите больше урона в течение 2 секунд. А, блин. Обновление перезарядки содействия или же выстрел наносите больше урона в течение 2 секунд. Это не то, что я считаю, это на содействие, это не само содействие, к сожалению. Давайте тогда вот это, когда подпрыгиваете под воздействием электрошока, будет давать что-то. Или нет, или выстрел. Давайте выстрел бафнем. Мне нужны кнопки такие в любом случае. 60 хп, надо как-то хиляться. У нас хилки нет впереди, только в магазине как-то пытаться. Реально как будто бы надо тебе, чтобы нормально себя чувствовать, тебе надо все комнаты проходить там без урона. Максимум выжимать. И так далее. Цена ошибки чудовищно большая в этом плане. Больше, чем в клетках даже, может быть. Потому что в клетках ты теряешь хп. Ты, по крайней мере, не теряешь в потенциале прокачки. Потому что у тебя за золото ты не покупаешь себе апгрейды, ты покупаешь только лишь оружие, которое можно найти, в принципе, без этого. Обойтись, да и тебе не надо вот так много. А тут у тебя, в любом случае, тебе всегда есть на что золото слить. Ты не сможешь купить всю прокачку все равно. Что-то очень много. Отлично. Вот так, электро. Выстрелом своим бьем. Еще разок выстрелом. Сталкиваем. Такой толстенький враг весьма, но справились. Максимальный хп плюс 25. Очень хочется, чтобы хилки встречались. Прям это больше всего душит, наверное. Но я думаю, что метапрокачка, она где-то там дальше будет. Так, золото мы в конце потратим, наверное, да? Идем на хп. Правда, идем опять на бобра на этого. Потому что через хпшку там только на него будет выход, но что поделаешь. Аккуратненько. Можно, в принципе, так сейчас подождать. Электро восстановились, жахнули. Рывок тоже здесь, знаете, такая, он не панацея. Он напоминает рывок очень в Heavy Nice Death, потому что он вроде типа есть, но он не очень много тебе дает инфреймов каких-то. Он такой весьма короткий в этом плане. Но если ты набираешь все кнопки, если у тебя более-менее какие-то нормально подобраны, и ротируешь все это грамотно, то урон итогово получается у персонажа весьма неплохой. Тебе всегда есть чего прожимать. Ну, чаще всего, ладно. Сейчас у меня...
нету льды до сих пор, к сожалению. Оп, отлично. Прикольно еще, что на врагов их же взрывы работают, например. Давайте один свиток возьмем все-таки, наконец-таки. Мне надо руну найти еще, кстати говоря, у нас рун до сих пор не хватает. Электроатака. Ваша атака носит больше руны и накладывает на вас электрошок. А, ну это как раз таки понятно. Или же выстрел прокачать. Слушайте, я бы выстрел прокачал, может быть, даже. Учитывая, что у нас сейчас будет босс, которых трое, выстрел на них должен хорошо работать. За ХП, за целой кучей пыли. Давайте за ХП. Окей, планировал. Идем. Тихо-тихо-тихо. Отлично. И надо здесь, знаете, что еще? Очень важно понять постепенно, какие, ну, какие враги делают какую атаку, да? Чтобы четко понимать, кого стоит опасаться, в первую очередь, да? А кто тебе, пассивно тебя случайно не ударит. Некоторые есть прям очень противные враги. Как же я низко прыгаю, как будто бы, не знаю, такое ощущение. Окей, снесли. У меня прям по ХП проблемы есть большие. У меня 27 здоровья, я даже на это, на... Ладно, сейчас 25 получаем. У меня даже сейчас на... У нас две комнаты впереди, я в магазине не отхиляюсь целиком даже. А мне бы еще не сдохнуть в процессе. Так, хорошо, захавали. Давайте этого гасить. Там грибочки пускай пока что бегают, я не хочу их трогать. Они опасные. Идите вы. Пока хавает туда-сюда, он же может меня укусить. Отлично. Готов один. Неплохо. Этот готов. Этот тоже. Так, тут еще большой есть тут такой. И это еще не последняя волна была. Так, вот эти вот с лезвиями напрягают. Они достаточно быстрые такие, еще как-то там блок ставить пытаются. Отлично. Тут надо прям постоянно перемещаться. Пока что такая тактика у них наиболее оптимальной. Скучковать врагов, постоянно держать их в стане тебе не получится. Тут вроде как ты можешь бить постоянно врага, знаете, как в Хейдес, пока у него нет щита. Но враги быстро очень восстанавливаются, поэтому и они отлетают еще. Поэтому ты не можешь их зажать к стеночке и просто вот так вот затыкать кнопками. Ваш отбрасывание наносит больше урона и накладывает замешательство. Ваша нейтральная атака наносит больше урона. А, находясь без направления, да? Ну, я, честно, чаще всего направляю куда-то. Ваша атака наносит, тем более, что у меня с направлением еще баф идет. Хотя, может, стоит взять. Ваша атака наносит +2% урона, если предыдущая атака попала по врагу. Если вы промахиваете атака, эффект сбрасывается. О, слушайте, а давайте вот это возьмем себе. Универсально вполне себе. Работает. Так, навалик снова. Ну, так понимаю, что если это не какие-то фэнтезийные существа, то у них ударение авторское, поэтому, ребят, нет какого-то правильного или неправильного. Если я произношу не так, как вы привыкли, не надо меня за это пушить. Ах, блин, падла. И когда вот они как-то еще такие, знаете, коварные. Он находится выше тебя. А когда делает свою атаку, он такой, типа, будто вниз немножко отходит, что ли, порой. Отлетает в моменте. Взрывную бомбочку кинули. Окей. Как же перс быстро падает вниз все-таки. Черт возьми. Вообще в воздухе не удержаться. Во, наконец-таки руну нашли, отлично. Благословение духа. Живость. Вы повышаете свою скорость передвижения на 15%. Кстати, вернее, неплохо. Удар молнии. Сверху обрушивается молния и носит урон. Прикоснитесь к ней, чтобы получить электрошок на 6 секунд и создать взрыв, который нанесет в 2 раза больше урона. Предвзят 9 секунд. О, урон 150. Это как раз-таки само содействие. Мы его и берем. Наконец-таки. Нашли. Как оно выглядит? Вот так вот. Она падает прямо на меня. Может, я могу от нее сдорить, потому что там сказано было, что нанести в 2 раза больше урона, что-то надо ее подобрать. А, ну да. А, то есть я могу реально вернуться. Окей. Так, а здесь мы можем купить себе все. Это очень хорошо. Давайте. Сначала берем духов, мало ли кто-то из них повышает ХП. Ваш рывок активирует водный взрыв. Угу. Выносите бонус урон за каждую пройденную комнату. +2% это дает, кстати. Больше урона, если снизу бьете врага прямо снизу. Давайте возьмем себе вот это. Я очень надеюсь, что мы пройдем этого босса. Блин, хотя не факт. Сейчас хилка маленькая, у меня на несколько ударов я буду. Если пройдем, будет очень хорошо.
когда у нас будет сильный, сильный апгрейд к следующему этажу. На нем, точнее. Трупы, из врагов, трупы врагов оставляют след из шипов, наносящих урон, наступающий на них в течение 5 секунд. После убийства врага другие враги поблизости с шансом отменяют свои атаки, получают оглушение. За вашим рывком следует отложенный рассекающий удар, который накладывает на врагов замечательно. Давайте возьмем себе это. Хоть какой-то апгрейд. И хилка в магазине 95 хп. Хотелось бы побольше, конечно, но как есть. Выбирать не приходится. Идем дальше, на босса. Сейчас надо быть прям аккуратно. Ты умеешь удивлять, но что ты собой представляешь без поддержки божественных духов? Если ты оглядишься, ты увидишь их истинную натуру. Они нас покинули и оставили этот мир гнить. Теперь они ищут способ обратить все вспять. Но уже слишком поздно. А, и нас типа используют когда как того, кто может это сделать. Ну понятно, там и говорили они. Так, хорошо. Ха, блин. Блин, а хрен попадешь с этой штуковиной, если честно. Реально очень такой проблематичный в этом плане навык. Ну как им попасть, а? Еще и чтобы стоять на месте. Как и чтобы самому его схватить, то и подавно. Надо, чтобы враг прям был прям на тебе. Во, вот так вот. Ага, этот, собственно, бьет все-таки, если по направлению как его. Если ты стоишь по направлению этих стрел. Во! Смачная отпичка, кстати говоря, прилетает реально, если получается использовать. Но условия использования, конечно, прям проблематичные. Оп, хорош. Так, от этого отходим. Получилось. Готов еще один. Так, держимся подальше пока что. Ты про луч забыл. Сильно попал. И мы его прям быстро порвали. Вы посмотрите, блин, 300 когда с лишним вылетает, это, конечно, жесть. Это не должно было так закончиться. Пошел отсюда. Отлично, сущность. И мы почти полностью захиляемся сейчас еще. Я на здоровье. 138, ну не почти полностью, ладно. Но неплохо. В целом. Так, что у нас тут предлагается? Ваше попадание по удачному месту. Нам не надо, ваше идеальное отбрасывание выпускает снаряд. Тоже идеальное отбрасывание. Ну, это когда ты заряжаешь, то есть. Идеальное отбрасывание плюс к урону, выносит плюс к урону по боссу. Ну, я беру себе вот это, а что еще? По удачному месту. Может, оно как-то случайно срабатывает, я не знаю, если честно. Что там за удачное место? Я за этим следить, само собой, не буду точно. Идеальный отбрас, идеальный отбрас, идеальное отбрасывание. Можно, в принципе, чем больше у вас здоровья, тем дальше он летит. Еще это какой-то его зависит. Давайте возьмем себе, допустим, этот снаряд. Ну и давайте, допустим, вот это возьмем. Ну, идеальное отбрасывание прокачаем, и оно будет вот такой снаряд еще запускать. Может, иногда мне будет удобно как раз-таки подождать врага, скажем так, он подходит, я его жахаю прямо и стреляю еще дополнительно. Так, можно пойти на апгрейд, на потом на электродуха, на пыль, потом хпшка. Да, хорошо, потому что если я здесь иду на хп. А, хотя нет, я могу пойти на 3 хпшки подряд, но тут будет маршрут не очень удачный. Потому что теневой бобер этот. Блин, а можно пойти сюда и на релик? А можно, знаете, как сделать? Пойти на хп, на медведя, потом на рерола, либо на апгрейд, а потом на релик. Потому что релики, опять же, они очень сильные тоже здесь. По-моему, лучше все так сделать. У нас сейчас кнопки уже, в принципе, есть. По крайней мере. Так, заряжаем. Понял. На, вот так. Жахаем. Вот в толпе врагов использовать наш ульт, наверное, будет гораздо лучше, чем на боссе было сейчас. Ну, гораздо удобнее, то есть, точнее. Так, этот аурой бьет своей пассивно так. Отлично. А, это все, что ли? Это вся комната? Что-то как-то я тогда ждал сейчас второй, третьей волны. Нет, ничего. Так, а кто мне больше всего нужен? Вопрос. Мишвед или Ямфас? Наверное, Мишвед все-таки. Даже если так, мы, в принципе, можем убегать от врагов, кидать молнию где-то сзади. Она будет как-то работать вполне. Ауч! Так, я понял, эти не самые приятные враги. Да! Вот так.
идеально на молнию его подловил. Еще один такой же вылез. Неплохо. Молнию подкидываем еще. Поэтому защиту пробили. Оглушаем их. Если было на кулдауне, промахнулось. Оно вот если по тебе попадает, то оно взрывается. Тебе электрошок дает. Если не попадает, то просто пролетает мимо. И врагов по дороге задевать может как-то. Но далеко не так сильно работает, конечно. Блин, страшно, по-моему, что-то. Окей. Неудачно получилось. А, он, смотрите, он выпускает свой кристалл, чтобы он жахнул атакой, получается. Вот так, держи. Окей, справились. Мишвед, давай. Замораживающее отбрасывание. Ваше отбрасывание носит больше урона и дает заморозку. Ну, плюс 80% урона это стоит взять, наконец-то. Потому что я регулярно отбрасыванием пользуюсь. Наконец-то оно получает огромный баф урона. В Хейлис тоже очень важно тебе найти какое-то особенно редкое благословение на какую-то основную твою атаку, которую ты больше всего пользуешься, потому что очень большой баф урона идет. Так, кости или же вот это? Я бы на самом деле, наверное, на апгрейд пошел, потому что у нас будет два духа впереди и, может быть, еще в магазине. Как будто бы рерол, хрен с ним. Обойдемся, допустим, не знаю, в этот раз. Еще что мне здесь нравится, на самом деле, в этой игре, прям это очень хорошо, она не затянута. То есть здесь у тебя нет такого, что тебе этаж каждый длится очень долго. Например, в Dead Cells ты прям утомляешься лутать комнаты частенько. Очень долгий процесс, скажем так, каждого забега. Тут оно, комнаты и этажи, они достаточно такие относительно быстро проходят. Это прям очень приятно тоже из плюсов игры, я бы сказал. Оп. Электризуем. Так, этого отсюда просто не выпускаем. Ты, падла, все равно ударил. Окей, добил. 120 хп из 200. Электроатака. Ваша атака наносит больше урона и накладывает на вас электрошок. Вот как раз таки можно ее и бафнуть себе. Или выстрел бафнуть еще раз. Давайте атаку в этот раз. Здесь у нас босс будет такой, который глушит атаку, под него брать, наверное. Магазин пока не надо, давайте за реликом пойдем. Релики сильно решают. Надеемся, что сейчас какой-то хороший релик попадется. Эти, попало по мне. Окей, хорошо, попали по второму врагу тоже, по которому не рассчитывал на самом деле изначально. Вон, на врагах замешательство, кстати говоря, да, как раз от моего рывка. Они повышают урон со спины, но это только если случайно работает. Насколько часто оно пассивно срабатывает, я не знаю. Иногда срабатывает, конечно, само собой. Вот так достали. Опять же, когда мы взрываемся, то у нас и область большая весьма у атаки идет. Можно и вниз так достать. Заряжай. Пошел отсюда. Хорошо. Блин, ну если ультой попадаешь, то, конечно, ты это прям очень чувствуешь. Ой, это что-то большое. Что-то большое сразу оглушили, это хорошо. И сейчас я уже так стараюсь выдержать, типа, лучше получается, да, в моментах. Сейчас надо обязательно обосраться после таких слов, да? Естественно. Словил. Правда, не попал толком. Но словил. Так, этого добили. Ходим, потому что он сейчас еще жахнет, да. И почти добиваем. Отлично. В целом, более-менее. Справились сейчас. Так, еще один такой кристальчик давайте берем. И откроем сундучок. В сундучке у нас меч солнцепоклонник. Убитые враги с шан дают 40% пыли за каждое наложенное на них уникальное состояние. Ого, на целую кучу статусов, если да. Накладывает очень много, повышает сильно фарм. Скорость призрядки и урону выстрела. Блин, релики прям очень сильно бафуют, реально. Но тебе трудно найти, может быть, три релика на что-то такое, что тебе больше всего нужно. Хотя ты здесь всем арсеналом пользуешься в то же время. Давайте за хпшкой погнали, наверное. Не какой-то только одной кнопочкой все же. Есть, пробили. Так, стенки эти ломаются. Попал вроде бы. Вполне хватило. Убиваем. Так, значит,
сначала с этим, теперь с големчиком разбираемся, без каких-то серьезных проблем. Вот сейчас я начинаю втягиваться этой игрушечкой, у меня гораздо позитивнее эмоции вызывает, чем когда у меня были, собственно, первые впечатления, поэтому очень тоже так приятно. Постепенно понимаешь, привыкаешь к этому темпу тоже. Так, плюс 25 хпшки, глаз зачесался, зараза. У меня через минуту видос выходит, кстати говоря, я сейчас записываю, 30 апреля, 16:29 время у меня сейчас. Так, погнали на Солиша, наверное. После него на Электро еще пойдем. Как раз по маршруту то, что нам надо. Вот так. Молния не в ту сторону. Так, тут еще будет метавалюта. На таком алтаре она всегда встречается. Стреляем. И роняем вот так, отлично. Когда враги как раз к тебе сбегаются, главное успеть, чтобы снаряд прилетел к тебе. И вот четко перед этим враги все скучковались, но не успели атаковать тебя. Тогда вообще идеально. Так, Электро на них. Можно в процессе самому атаковать, если враг оглушается, да, прервать его атаку тем самым, да, и потом ждать момент, как раз, когда ляпнется на себя эта молния. Так, еще свиток, либо же еще такую, чтобы давать. Еще такую, она нам дает опции весьма. И то, и другое полезно. Но метапрокачки тут реально будет много, она будет затянута очень. Ты забегов 10 таких полноценных можешь делать, прежде чем раскачаешь там процентов на 15 все только лишь. Возможно. Ну, не, может на 30, не знаю. Короче, много качать. Объединенная сила. Враги под действием состояния получают больше урона. Плюс 8% за состояние. При наложении на врага суммирующегося состояния есть дополнительный шанс создать заряд. Ваша атака и отбрасывание наносит больше урона щиту, если вы бьете прямо сверху. А, ну прямо сверху так себе. Давайте за состоянием бахнем. Это работать будет точно. Пока что я не чувствую еще особо здесь, как собирается, из чего складывается, скажем так, весь твой урон. Что именно, насколько сильно влияет, то есть, вот эти моменты. Насколько решают вот такие вот всякие перемножения и прочее. Как они в целом работают, как перемножение или нет. Так, неприятно отхватывал уже в этой комнате, уже гораздо больше, чем можно было себе позволить. Хорошо. Врагов сверху тоже неплохо так гасить. Давай, подходи. Ладно. Не хочет, да? Вот так. Молния, и добиваем его, хорошо. Так, ну с мухами отдельными проблем нет, само собой. Такими электрик убиваешь и все. Повышает скорость передвижения, когда вы подпрыгиваете под действием электрошока на земле, под действием электрошока одной стороны врагам поблизости. Если у вас 5 зарядов электрошока, вы получаете при получении нового заряда, как активируете вокруг себя взрывную волну. 50 урона. 52,5 секунды, правда. Давайте возьмем себе вот это попробуем. Ну, в принципе, в теории электрошока много стаков, у нас 3 навыка на электро, поэтому должно быть неплохо. Так, и тут мы тоже можем все купить себе. Слушайте, в принципе, если ты на один магазин за забег идешь, то ты хилку легко можешь покупать, что-нибудь еще даже. Но не на забег, точнее, а на этаже. Но зачастую бывает на этаже есть 2 магазина. И, кстати, серия хилка у нас будет не фуловая все равно еще. Ледяные осколки. Враги под детством заморозки будут. Ну, так себе. Только на Y наш работает. Полярный разлом. Вы наносите бонусный урон в течение 3 секунд после вражеской атаки или раскола вражеского щита. Когда убиваете врагов под действием заморозки... Давайте вот это возьмем. Все враги часто атакуют. Возгорание эпическое. При наложении на врага суммирующего состояния есть шанс дополнительный заряд создать. 24% шанс. Доп. Прыжок. При прыжке в воздухе вы расправляете огненные крылья. Ну давайте, допустим, состояние вот этого вот возьмем себе. Хилку бы получше здесь в магазинчике. 183 хп. Мне что-то кажется, у меня плохое предчувствие. На самом деле, кажется, мне опять снесет этот босс сейчас. Но посмотрим, попробуем. Когда ты наконец освоишь урок. Я сейчас опять не знаю, что он делает. Окей. Фейл. Так, это шарики. Отходим. Так, метеориты большие и маленькие. Вот так. Сейчас у нас будет очень удобно то, что мы можем... Ах ты, блин, волна. Когда он издалека, он может волну кастовать. Вот это надо запомнить. Не, вот если шарики у него в руках, тогда окей. Тогда издалека держим, сворачиваемся. Если он шарики не создал, значит надо опасаться волны. Я так понимаю. Шарики снова. Шарики опять. Вот это я рассчитывал. Правда, я все равно тут огреб в процессе. Благо, уклонение сработало. Я жду момента в центре для того, чтобы... Окей, понял, он не получал урон. Ай. Чтобы жахнуть этой штукой. Так, кулаки пойдут сейчас. Здесь вообще деваться непонятно куда, если честно.
Шарики снова. Шарики опять. Метеориты полетели. Так, вал. Нет, шар большой. Шарики. Так, волна по центру, которая запустит волны другие дальше. Окей, впервые задоджил от этой штуки вроде бы. Хорошо. Перезарядки было, к сожалению. Не успел немножко, причем он появился все равно в центре, но атака по нему не прошла моя. Очень жалко. Не словил просто. Окей, волна. Успел среагировать. Здесь уже не понял, куда двигаться сначала в моменте. Снова волна. Хрен с ним, с дамагом. Потому что этот урон стоил того, мне кажется. Есть, хорош. Нет, как ты смеешь? Вот теперь я лучше уже понимал, что от него ожидать и так далее, что делать. Видите, со второй попытки уже гораздо лучший результат получился с ним. Потому что у нас Изобей как будто бы выглядел, мне казалось, что послабее сейчас. Но как-то уже лучше чувствовал бой, скажем так. Ох, какая локация ледяная, мне сразу так холодно становится. Я не люблю ледяные локации, на самом деле, в играх как-то. Я предпочитаю, что такое более уютное и теплое. Если как будто бы входишь сразу после хилки вот в это помещение, то у тебя оно не прогружается нормально. Так, сущность еще раз тратить. Когда поблизости только один враг, ваш атак носит бонусный урон. Очень хорошо. И вот это тоже можно взять себе, просто к урону. Так, зарядка на обычную атаку, отбрасывание, урон элитным врагам. Элитным врагам, я так понимаю, что это работает не на босса, да? Стою гамме порчи, изменившийся внешне. А, может быть, я вообще элиток особо не встречал, либо... А, элитные враги, наверное, те, которые большие такие версии обычных мобов были, скорее всего, да? Смотрите, мы получили сейчас апгрейд себе, то есть... Если ты берешь себе то же самое, что у тебя уже есть, ты получаешь апгрейд. А вот сейчас мы можем выбрать только вместо чего-то. Вместо чего-то меня сейчас не интересует. У меня, по-моему, там все было более-менее неплохо. Поэтому отправляемся так дальше. Тут у нас этаж какой-то куцый такой, весьма маленький. А это что за комната, кстати, какая-то? Колбочка. Так, любопытненько, такого у меня еще не было. Туда надо будет сходить обязательно. Так, за реликом, за рероллом или за хп? Я бы за реликом сходил, наверное, потому что релик что-то жирное. Плюс релик, комната с реликом, это и... Еще и враги, которые дают золото нам. Хотя, в принципе, там в хпшке тоже, по-моему, они же будут. А не попал, зараза, жалко. Жаль, волна немного такая чисто плоская. Ага, у этого есть атака вниз вообще, окей. Стоит тоже с этим считаться, с этим, с такой атакой этого врага. Там какая-то штука пробудилась. Вот так, 333, еще там 183 вылетает, просто жесть дамага, конечно. Так, давайте руну возьмем себе. Хотя у нас, по-моему, две надо было, но пускай будет еще одна. Талисман Эгиды. Элитные враги наносят минус 30% урона, плюс 35% урона выстрела и урона рывка. Просто релики, да, это реально огромные бафы. Ой. Чего? Чего? Погоди. Отсюда вылезла какая-то каркозябра, она нам пойдет сейчас навстречу, и нам надо ее с ней встретиться или ее обойти, что ли? Нифига себе. Существо, которое... Что-то любопытная какая-то механика. Что-то очень интересное. Ай! Блин, эти дикобразы, конечно. Вот так. Бронюй. Пробил наконец-то, но хп много потерял в этой комнате. Очень много. Просто одна такая комната потеря, да? Она может зарешать уже на боссе, потому что я уже не могу не восстановиться за весь этот этаж. Потому что если вариантов восстановления-то нет никаких. Страница добавлена, там логи врагов открываем. Я так понимаю. Блин, какая штука! Я случайно подпрыгнул. Вот так жахнем. Экстрем, мы ее почти снесли. С этого удара, конечно, он очень мощный. Он неудобный, но очень мощный. Не пробив щит, даже вынесли его. При входе в новую комнату получаете пыль, выносит больше урона в комнате в зависимости от числа волн. Ваша атака вниз и атака вверх носит больше урона. Блин, какой это стоит. Давайте урон за волны запустим.
Да, оно идет ко мне. Я не хочу к нему. Но я, наверное, типа, я даже не знаю. Но мне любопытно сходить. Я хочу сначала просто хп получить и зайти в ту комнату, которая какая-то особая. Но мы до нее успеем добраться. Так, тихо. Какие-то летающие штуковины. Вот так, жахнем. Но они, в принципе, не такие агрессивные прям, поэтому... Можно подождать своих кулдаунов там и так далее. Блин, не такие агрессивные, но хрен попадешь. Потому что они такие пьяные, плавненько вроде летают, но... Не попасть, блин. Вот так. Так, а вот здесь давайте убегать нахрен отсюда. Вот так, хорошо. Специально сделал таким образом. Заряжаем волну. Выкидываем его нахрен. Как раз таки так считайте, я ляпаюсь вниз вместе с волной. Враги начинают поздно готовиться к атаке. И молния ударяется и носит хороший урон. Приятное такое сочетание, в принципе, как можно использовать этот навык. Вот так, да. Это прям работает как часы, смотрите-ка. Промахнулся. Так тоже можно, да. Вот, хорош. Прям приятно, когда получается это использовать грамотно, конечно. Плюс 25 хп. Нет, по что мы можем с ним разминуться. А, нет, мы не можем с ним разминуться, да? Он дальше к нам. Он в середину. По сути, без разницы на самом деле. Куда он идет, если это реально так работает, что ты обязательно с ним встречаешься в этой комнате, могли бы просто его сюда поставить, типа все, и пофигу. Настройщик реликвии, либо же божественная лавка. А, настройщик реликвии, это, наверное, что-то... Наверное, релики покупать. По-моему, нужна хилка, потому что у меня сейчас будет что-то следующим битвой. Давайте, ребят, в другой раз настройщик реликвии сходим. Мне сейчас нужно лечиться. А, духа вот этого покупаем. У него, опаньки, синергетическая... Игры разума. Враги под действием заморозки могут получить бонус урон в состоянии замешательства, даже если вы атакуете их спереди. Шанс 35%. Окей, я это беру сразу же. То есть, да, тут есть такие комбинации, синергии, как в Хейдес чисто, да, тут очень, очень много механики, реально вот подход напоминает Хейдес. Возможно, что тут... не знаю, есть ли в книгах, где-то в логах, посмотреть, как... с кем... Благословение... Требование один из следующего. Ёлы-палы, да. А, аналитический паралич, типа он усиливается на этот эффект. И чтобы у тебя он был, надо найти какие-то... Ну, чтобы у тебя было какое-то электричество, чтобы он в принципе работал. Ты за всем этим охренеешь следить. Если ты будешь конкретно пытаться вытащить, тебе ок будет. Но все это перечитывает, ты свихнешься. Так, ну, походу, идем сюда, солишь. Страж-последователь, окей. Ух ты, блин! Как хорошо получилось задоджить. Снова. Снова! Все, не иди ко мне, пожалуйста. Ауч. Блин, давайте, наверное, вниз. По-моему, тут будет попроще с ним справляться, возможно. Ну, с этой штуки он, по крайней мере, не попал по мне сейчас рядом находясь. Дыхание, взрыв. Последователь финального босса, я так понимаю, да? Ауч. Я сначала подумал, что он может быть по аналогии типа с Минотавром, например, да, в Хейдес. Типа, если выносишь его, то потом у тебя босс будет чуть попроще, например. Но, по-моему, нет. По-моему, он гарантированно с тобой встречается так. Давай, есть. Угу. Выпускает огонь. В принципе, он не выглядит таким уж прям страшным на самом деле. Но все равно я похилялся не зря и сходил в магазин, потому что у меня хп. В любом случае, я не выхилю себе все. Которое у меня еще за этаж дальше потратится успеет, я думаю. И выбиваем его. Отлично. Плюс один всех валютно получили с него неплохо. Хищная птица. После прыжка в воздухе ваша скорость при зарядке повышается на время до приземления или соприкосновения со стеной. Эффект суммируется до 3 раз. Если ваш множитель сущности выше, вы получаете... Эффект там крутой, ваша атака отбрасывает, наносит больше урона, если вы атакуете сверху. Так, давайте скорость призятки все возьмем, в общем-то, да. И отправляемся еще куда? ХП, апгрейд или релик? У меня релика 3 штуки есть уже, в принципе. Наверное, ХП, и потом в магазине будем хиляться.
Сейчас, честно говоря, многих врагов мы бьем достаточно долго. Может быть, это просто этот враг жирный весьма, да, вот эта мелкая летающая штука даже. Вот так. Добили. Даже того верзилу вынесли первым. Так получилось. Есть, поймал. У каждого статуса свои какие-то особенности бывают. С электро, например, надо регулярно прыгать. Огонь тоже, он за прыжки дает какие-то эффекты, бывает. Там у него есть доп-прыжок в апгрейдах, есть вот. Перезарядки. Ускорение. При прыжках. Ни хрена не попал. Окей, вовремя ушел. Подобили почти. Колобок такой весьма противный враг. И, окей, хорош. А, еще руну или же... Давайте темную штучку, эту древнюю чугу. Хотя, может быть, стоило взять руну. Может, там получилось бы прокачать еще оружие следующее. Разочек, например. Солиш, Келумин, Зал. Давайте на Солиш, допустим, еще раз. Раз уж мы много его качаем сегодня... Пускай будет он. Ух ты, блин, я думаю, что это за такие места? Понял. Они время от времени бьют. Как радует, когда ловушки бьют не только тебя, но и врагов, а? Когда можно этим пользоваться вот так. Не попал. Добил. Смотрелся на голема ледяного, к сожалению. Не вовремя. Да, ну конечно, ледяная билка, которая была на ЛТ, на содействие вот это вот, она была гораздо комфортнее, но зато по силе, конечно, это прям будет здоров как будто. У него не просто там из нашего забега, да? А у нее базовые статы урона очень высокие, там 150, а у той было по 60. Правда, она несколько раз могла ударить в теории. Но это прям все же лупит хорошо. Есть, попадает. Есть. Готово, окей. В принципе, комнату прошли более-менее достойно, мне кажется. Можно было здесь гораздо больше хп оставить, мне кажется. Крылья пламени, призрачная награда. Вы получаете пыль из всех источников дополнительных, то есть 15%. Когда множество сущности большое, делаете ожоги эти или прыжок в воздух. Давайте прыжок в воздух, потому что множество сущности у меня сейчас, конечно, есть, но мне кажется, он у меня быстро закончится. Божественная лавка. Так, хп берем. На хилку хватает и на духа тоже. Отлично вообще. Выброс адреналина. После убийства врага вы наносите бонус урона и двигаетесь быстрее в течение 5 секунд. Не работает на босса. Замкнутая цепь. Ну или не будет работать там почти. Хотя он может призывать кого-то. Вы повышаете свою скорость перезарядки за каждый имеющийся заряд электрошока. Неплохо. Когда вы подпрыгиваете, находясь под... находясь на земле под действием электрошока, то наносит урон врагам поблизости. Давайте перезарядку бафнем себе, допустим. Берем хилку, не до конца, конечно, но более-менее неплохо. И на босса идем. Предположительно, либо финального, либо же после этого будет сразу еще один босс, например, либо какой-то коротенький этаж. Либо у нас сразу, кстати, еще может быть такое, что нам сразу недоступен финальный босс какой-то. Что более вероятно даже, мне кажется. Воин предвестия. Я как раз тебя жду. Неважно, как далеко тебе удалось зайти. Ты не сможешь остановить орден. Пить! На, вот так! Как хорошо нажахал по нему сейчас. Эй. Я... как так доджить получает? Ну, сейчас обосремся. Чекайте. Сейчас все так хорошо шло. Сейчас усрусь. Мог гораздо больше отхватить. Тем не менее. Я пытаюсь его слишком сильно не отпускать, но, по-моему, нельзя тоже слишком наглеть. Все же. Эти метеориты. Не поймал еще и отхватил. Ни туда, ни сюда. Окей. Не смог отбежать вовремя. Так, это что такое? Пульт пошел какой-то.
Я думал, сейчас в центре еще тоже ударит чем-то, но нет, не ударил. Благо. Казалось бы, босс выглядит жестче, чем предыдущий, да? А я на нем как будто бы даже как-то держусь более-менее, но просто... Общее чувство игры стало лучше, мне кажется. Сейчас, мне кажется, я как нагребаю. Ай. Ох, метелька стало больше. Не успел отойти. Да еще и это отхватим. 40! Охренеть, он меня сейчас порвет просто вот подряд ударами какими-то. Че я там говорил, да? Сейчас нагребаю. Чекайте, да? Буквально. Нет, что делает? Не убью. Что делает? Нет, убил! Один хп! Один хп у меня было! Благополучно пересетики с тылый покров. Ровно столько, сколько нужно для победы, да? Чисто как Варлок говорит, как легенда завещала. Слушайте, а как у нас так получилось? Я ж не прокачал ту штуку, которая хп на единичке останавливает вроде бы. Он мне реально ударился так, что у меня типа один хп осталось? Офигеть. Нет, прошу, ты все еще можешь повернуть обратно. Мы получаем вечный пепел, сущность. Сущность получаем. Значит, сейчас еще мы потратим свою сущность, судя по всему, да. Наверное, после этого финальный бой будет какой-то. Или этаж, погоди-ка. Выйти из комнаты. Или чего тут? Я хернулся. Возможно, что вот здесь будет финальный бой, но он мне сейчас недоступен, скорее всего. Мне почему-то кажется. Выйти из комнаты. А, нет. Нет. Нас пускают дальше вполне себе. Просто сущность не дали потратить. Странно, что не дали. Я думал, что валюту нам должны дать обналичить возможность, по крайней мере. Тут куда-то можно ляпнуться, кстати, зверя вниз. Я так смотрю. Жахаем. Какой жирный враг, на самом деле, вот этот вот. Видите? Может, их выкидывать надо? А что-то на это больше, типа. Хотя... Ом, они меня сейчас несут. Они что-то какие-то жирные для меня весьма. Блин, ну когда у тебя перс, конечно, появляются, когда у тебя все кнопки рабочие, да, гораздо приятнее. Да, если ты их сталкиваешь, то, короче, они сразу вздыхают, но... Хотя бы одну комнату мы прошли. Я так понимаю, что последний этаж это типа как шестой этаж в Ганжине, да, будет. Максимально жесткий, максимально резко жестче, чем все остальное. И при этом пустой, судя по всему. Потому что у нас нет ни карт, ничего. Типа на карте тут... А, ну да, карта буквально не отображает даже. Ну нахрен, ждать нельзя. А, кстати, я могу направлять свою волну, оказывается. Отлично. Ага, окей. А это что за бочка еще? Нет. Ауч. А все, снесли. Но я доволен забегом. Мне не стыдно. Я доволен, что мы победили этого босса. Было бы обидно, если чуть-чуть не хватило бы. Воин предвестия, посмотри-ка сюда. Мне как меня потянуло сразу, а. Фух, нам удалось очистить этот древесный коридор. Рунный кузнец помог убрать камни, а я обеспечил бесценную моральную поддержку. Туннель ведет через весь храм. Мне понадобится факел, чтобы его изучить, но не думаю, что у тебя будут с этим проблемы. Что там такое? А, это типа... Это все, да? Это просто шорткат справа налево. Правда, мне налево сюда идти смысла нет никакого. Но нам открыли, тем не менее, это... Так, теперь у нас открылись благословения Навалика. Еще есть какой-то дух, которого мы... Шарбора, древесный. Которого мы не видели. Сияющий возврат. Когда вы получаете удар, ваш множитель сущности не сбрасывается, а уменьшается в два раза. А, он сбрасывал стоит вот это. Понял теперь. Мне бы полностью понять, как он именно считается. Понятно, что за комбинация и так далее. Сам по себе постепенно падает вроде бы тоже. И за ударом, походу, в ноль сливался. Находясь в воздухе прямо над врагом, хотя насколько мне нужно его качать, потому что я и так сейчас набрал себе этих апгрейдов, что у меня не умещались. А улучшение текущих апгрейдов далеко не всегда встречают тоже. Скачок. Находясь в воздухе прямо над врагами и прыгнув, вы отскакиваете от них и надолго оглушаете. А, ну типа надо самому прыжок нажимать именно. Можно, чтобы вне боя сущность не уменьшалась, потому что как-то это вообще звучит, как будто бы типа какого хрена она уменьшается.
Ваша атака отбрасывает бонус урона отвлеченным врагам. Мастер дальнего боя. С помощью выстрела можно отменить время восстановления атаки или отбрасывания. В смысле, время восстановления. Не знаю, мы прокачаем, допустим. Ваш выстрел носит больше урона по оглушенному или воздушному врагу. Я бы хотел, наверное, себе апнуть, кстати говоря, думаю, вот эту штучку. Бонус к пыли и к сущности за каждую появившуюся волну врагов в текущей комнате. Звучит весьма приятно. Так, полное хп у меня бывает очень редко. С помощью содействия можно отменить время восстановления атаки или отбрасывания. Тоже не особо понятно, о чем речь. Какие-то время восстановления сбрасывать. Может быть, это локи как раз-таки вот эти уберет, например. В полном составе, один из семи. Пламя излучает яркий свет. Отличная работа, воин предвестия. Сила маски изменчива, как фаза луны. Возьми ее и используй, когда придет время. Ваша атака. Что он мне там дал, не понял. Понятно. Нам не пишут описание следующих, соответственно, этих самых, поэтому не знаешь, куда лучше прокачиваться. Следы укуса. Ваша атака наносит плюс 20% урона, если вы попали атаками по врагам минимум 3 раза за прошедшие 3 секунды. Но чем дальше, тем дороже, поэтому лучше, наверное, хотя не факт. Здесь, например, это вообще дорогое. Давайте возьмем себе, допустим, вот это, наверное, да? Множество сущности, чтобы падал меньше, медленнее. Если вы активировали способности, подверглись оглушению прежде, чем успели ее использовать, ее перезарядка мгновенно сбрасывается. Давайте ваш множитель сущности не уменьшается. А, мы это прокачали уже, погоди-ка. Шанс получить благословение более высокой редкости от этого духа повышает на 10%. Судя по всему, это у всех, наверное, будет такая прокачка. Выдержать смертельный удар, если он сильный, типа, весьма, да? Но, в принципе, у меня там под конец было 300 хп. Атака может быть сильной. Ну, блин, даже не знаю, это одну тычку позволит тебе пережить в лучшем случае. А, ну и мне на это не хватает, кстати. Давайте возьмем вот это. Прыгнув, сразу совершив рывок недалеко от земли, вы будете скользить с большей скоростью перезарядки. Перезарядка рывка сократится на 50%. Честно говоря, тут все в это вникать, целая куча каких-то описаний, которые, не знаю, сколько сильно все это влияет. Кажется, тебе удалось заслужить благосклонность духов. Ты можешь использовать каждую из их масок в своих целях. Могу. С шансом предметы божественной лавки будут продаваться скидкой. Ну, приятно весьма. Пыльные статуи могут появиться в комнатах, они дают возможность удалить до 3 случайных благословений и получить взамен пыль. Не хочу пока что. Вместо обычной стукаса ликвиды шанс 20% может появиться серебряный, содержащий ликвиды 2. Но это дорого уже. Наверное, давайте скидки в магазине. Пускай будет так. Мне это, в принципе, забег, это с большой вероятностью это нам встретится хотя бы разок. Вполне будет полезно. После пробуждения оружия будут доступны и другие его улучшения. Со временем мы сможем еще больше раскрыть его потенциал. Так, и давайте теперь, ребят, тогда, наверное, откроем себе... С каким оружием в следующий раз побегаем? С луком астральных уз или с перчатками сестринства? Можно по порядку пойти, в принципе. Можно вообще со связанными лезвиями. Я бы по порядку, наверное, пошел бы. Хотя мне очень хочется с луком побегать. Перчатки сестринства. Эти перчатки создали великаны во время Древней войны. Они отличались огромной скоростью и позволяли максимально быстро наносить урон противнику. Точно неизвестно, кто наделял сознанием это карающее оружие, но останавливаться оно явно пока не собирается. Давайте его себе открываем. Можно сразу ему прокачать что-нибудь. Доп. Ячейку. Идеально отбрасывание этого оружия остается доступно намного дольше после полной зарядки. Более сильные варианты малых зачарований для этого оружия могут появляться в стилищах областей. Сильные варианты малых зачарований для этого оружия могут появляться в стилищах областей. Пробудить можно, кстати говоря, еще. Дав ей бонус на пассивную силу. Давайте вот это возьмем все, да? Даже представить не могу, как на тебя бросается великан в этих перчатках. Думаешь, они раньше были мощные? Что ж, попробуй теперь. Ну, я не думаю, потому что я их еще не тестил. Так, сменить оружие, допустим. У них при переключении между атаками разного направления вы наносите плюс 30% урона. Это наша пассивка, которую мы сейчас как раз купили еще. Окей, берем себе. Ох, нифига как выглядит, да? А что я спрыгиваю-то? Я не нажимаю спрыгнуть. Что за фигня? Почему у меня перс спрыгивает? Я на платформах находиться не могу, что ли? У меня клавиша вниз не зажата, ничего, я просто запрыгиваю, и он у меня падает. Почему? Не знаю. Так, ну я могу делать обычную комбинацию атак, могу делать вот такой хлопок наверх. Можно сделать внизу такой подкат. Кстати говоря, подкат выглядит весьма неплохо. Можно идти вперед и просто лупить. Можно Y с хода делать такой удар. С земли
по-моему, то же самое без хода. Наверх апперкот, вниз удар, удар вниз, соответственно. Почему он здесь не хочет стоять на платформе, я не знаю. Вообще без понятия. Фигня какая-то. Но, короче говоря, оружие выглядит поудобнее, по крайней мере. Если честно. Возможно, что с молотом будет реально было мне бы труднее. Взаимодействие. Это что такое у нас? Маска воина предвестия. Этот уникальный предмет получает новые магические свойства, когда владелец надевает кованую духом и маску. Первая маска, полученная воином предвестия, уже заполучила, выполнила свое предназначение, но кажется, что внутри нее все еще дремлет сила ожидаемого момента. Ожидая момента, чтобы себя проявить. А, это наша базовая маска, да, я так понимаю? А эту можно маску Килумина взять. Когда вы совершаете наскок, перезарядка рывка сокращается на 50%. Наскок — это когда на земле ты делаешь быстрый рывок. Ага. Вы наносите плюс 2,5% урона за удар. Эффект суммируется до 8 раз и сбрасывается, достигнув максимума. Сбрасывается, достигнув максимум зарядов или когда вы получаете удар. Ага. И это тоже можно апгрейдить за эту валюту, ёлы-палы. Погоди, а как надеть... А, вот надеть маску эту. Примите кованую духом и маску. Судя по всему, мне эту маску дают, короче, за количество прокачек у этого духа, а потом мы эту маску еще можем улучшать. Это типа как благословение в Хейдес, которое позволяло себе встретить гарантированно следующий дар конкретного бога и еще и усиленный. Но это оно скорее не такой акцент за вегу делает, да, а просто баф какой-то, который подходит к Луминовскому, например. И это тоже можно будет еще прокачивать. То есть прокачки тут реально целая куча всего, и вот этих вот механик, которых реально у тебя... у меня голова кругом идет от того количества, которое здесь у нас всего имеется. На это, ребят, мы с вами на сегодня закругляемся. Надеюсь, что вам понравилась серийка, я старался. В этот раз все стало гораздо лучше, гораздо приятнее, как мне показалось. Посмотрели на парочку новых боссов, обоих даже завалили. Я прям доволен. Красиво получилось, я старался. Большая серийка вышла, но я решил, что, наверное, с этой игрушкой... Она вроде как и была приятно принята, но мне почему-то кажется, что у нее актив будет быстро падать, сходить на нет, скорее всего, поэтому возможно, что серии будут большими. И слишком сильно затягивать я бы с ней не хотел. Мне просто так кажется. А так будет видно. Я не против ее пройти целиком, смотря как у нее будет по активу и так далее. Но мне кажется, что она будет падать в активе достаточно быстро, скажем так, относительно. Ну, посмотрим. Подписывайтесь на этот канал, если вам понравилось, мне будет очень приятно. Огромное спасибо всем за поддержку, кто ее проявляет. Оставляйте комментарии, оценить видео, само собой, пишите мысли касаемо увиденного в забеге, касаемо забегов наших, собственно. Без спойлер, само собой, и так далее. Вступайте в группу ВК, которая всякие фоточки, инсайдики не только, на сервере Discord, где можно просто пообщаться. А я, ребят, желаю всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь, ребят, и всем пока. Пока.